Внимание. Начинаем. Привет, Валандас. Вебка размылила ваш прекрасный лик до полной неузнаваемости. Я что? У всех так? Так, я не понял. Вот прям вот совсем не видно меня? Может, так даже лучше? Не знаю. Для кого-то точно так даже лучше. Вебка должна вернуть сейчас все, как было. Получение кода привязки к учетной за... Так, ну мы готовы. Мы готовы, ребята. Вперед. Компания, следующая миссия. Продолжить, ну очевидно. Можем, конечно, выбрать, но мы видим, что здесь сложность поставлена выживание. То есть сложность правильная. Так что продолжаем. Come on. Ну вот у остальных все нормально. Так что у тебя, видимо, в левом... В верхнем углу монитора образовался гигантский пиксель. Ранее в игре Revelations 2. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна. Как здесь хорошо. Посмотрите, какие просторы, какие чудесные деревья. Ой, смотрите, Эбола ползет. Трихомонады атакуют. Видишь, мы как сестры. О, мой дорогой малыш Григорий. Это нечестно. А, это вот Нил, да, нас тогда спасал? Ну, правильно, теперь понятно, почему спасал. Когда мы были вместе, мой вошла к той башне. Боря, тут что-то есть. Да тут до хрена чего есть, детка. Погодь. Смотри, как умею парковаться. С моря остались здесь. Пришел хороший дядя и забрал меня. Две Вескер? Натали. Утоли мои печали. Так, ну я буду периодически бороться с занавеской, потому что если я закрою окно, то я умру от жары. А сплит включать не могу. Не хватает денег на оплату электроэнергии, на эти донаты. Так что сражаюсь как умею с проблемами. Кто там младенца повесил? Ну было за что, наверное. Натали! Что ты машешь башкой? Так, ну ясно. Заставки, конечно, потрясают снова своей синхронизацией. Молодцы! Молодцы программисты Стима. Великолепно смогли игру спортировать на ПК. Я твоя мама. Неужели? Серьезно? А, тетя Леша! Леша Вескер? Больше похоже, конечно, на Кикимору или на Лолиту во время последнего концерта. Где Мойва? Ты чё с ней сделала, курва? Будем ориентироваться по звуку. Закопала ее и надпись написала. Чё не веришь? Вон она в колодце валяется. Ты чё? Ты чё, её грохнула? Надо еще кое-кого отправить на тот свет. Ну, мы совершенно не понимаем, что происходит. Ничего. Вот пошли выстрелы. Ничего, ребята. Я единственное, что я понимаю, нам придется сейчас с рейд-боссом мочиться, да? Это здорово. О, как много здесь наших друзей. Футболистов сборной России. Вот братья Березуцкие подтянулись. Все здесь. Вся кунсткамера. Дядь Борь, смотри, вон дыра. Ладно, я тебя потом шлепну, сучку. Так, тут дядя Боря, видимо, расстреливает всех, а и нам не показывают, потому что игра, естественно, 12+. Ё-моё. И тетю Лешу вместе с ее прихвостнями мальца, да, вот, прибила камнями. Slow motion. Все как в лучших играх современности. Идти можешь? Слушай, ну мне не 5 месяцев. Наверное, ж могу.
Привет, на Silent Hill больше похоже, как по мне. Да, отличная атмосфера Silent Hill'овская выдержана. Уж не знаю, они намеренно это сделали или нет. Но ощущение великолепная игра оставляет. Вот кроме заставок. Ну ничего страшного. Ну, это, ребята, вообще явно не мои проблемы, потому что я не качал пиратскую версию, там не устанавливал там миллион разных программ, кряков и прочего говна. А, значит, она себе ногу повредила. Это вполне себе официальная, купленная за деньги, стимовская версия. Это была Леха Вескер, она проводила эксперименты 6 месяцев назад. Ее звали надсмотрщицей. Она забыла у меня моего. И я ее никогда. А нахрена вообще это все? Извините. Это ничего. Давай, лошадка. Так, переродиться. Ну, давайте послушаем их диалоги. Зачем ей понадобилась моя малышка? Это же бессмысленно. Мне жаль, больше ничего не могу вспомнить. Тут помню, здесь не помню. Полнейшая амнезия. Ах ты, дорогая, сколько ж ты весишь, собака разожралась на батиных харчах. Ладно, дядь Боря сейчас все решит. Дядь Боря сильный мужчина. Единственная проблема, мы стрелять не можем, понимаете? И бежать не можем. Мы можем просто идти. Борь! Да нет, конечно, такая туша на мне. Сапфир увидел. Вспомнил, как ходил на такие прогулки с Мойрой и Полли. У вас была хорошая семья? Слышь, не капай мне на хмыря, детка. И так тошно. Вообще с Мойрой мы много ругались. Она чё, типа, матюгалась? Да не то слово, трехэтажным крыло, сволочь. Мы отдалились друг от друга из-за меня. Я был дерьмовым отцом. И вообще, честно говоря, еле вспомнил, как ее зовут. А однажды я забыл запереть свое оружие, и Мойра за... О, мы здесь были, кстати. А с Полей произошел несчастный случай. Ты че, бать, детей аннигилируешь пачками, что ли? Не-не, не из-за меня. Я просто на нее наорал. Врезал ей с ноги и выкинул форточку с 18 этажа, а так потом ее коты загрызли. Слава богу, Поле выжило, но не с Мойрой отношения. Да, мы стали отчуждаться, короче говоря, как-то не пошло. Думаю, она тебя еще любит. Да не может быть. Ей сказал, что она приемная. Но вообще, могу тебе сказать, что я ее спасти не сумел, но тебя точно спасу. Отвечаю, клянусь своей шикарной прической. Спасибо, дядь Борь. Иногда кряки лучше... Это ничего, теперь я могу идти. О, да ладно, ну и слезай тогда отсюда. Шикарно. Да, здесь мы уже были, кстати. Наши подруги поднялись наверх. Иногда кряки улучшают производительность. Ну, дело не в производительности, еще раз говорю. Wi-Fi. Вот видишь, игра не тормозит, не фризит, не лагает. Дело не в компьютере вообще. У меня мощнейший компьютер вообще. Такой мощный, что если упадет на голову, из головы лепешка будет. Но просто сама игра такая, она криво портирована с такими заставками. Даже если ты запустишь ее на компьютере за 500 тысяч долларов, он все равно она будет такой, понимаешь? Она не может исправлять программный код, бро. Нам что, назад пилить, что ли? Так, всюду сапфиры. Да, давайте сейчас вспомним, что кого. Что у нас за оружие? Два, это магнум. Вот магнум, вот... Лас-Вегас! Так. Так. Шамблер. Вот подчеркивание... Поддержал канал Настя запятая 00 запятая рублей и сообщает Олежа. Салют. Что из хорроров планируешь еще проходить? Ты не поверишь, Resident Evil 6, Resident Evil 7, ну а потом уже по заказам трудящихся. Там уже много накидали всего, от Fatal Frame до Сирены, Forbidden, которая. Так, ну Magnum на двойку это очень тупо. Хотя, я вспомнил, тут же такие вот оружия. Не, я, наверное, все-таки Magnum на четверку закинул. Потому что, ну... Самое сильное оружие должно быть, естественно, на четверке, чтобы ты его вытащил потом в какой-то момент. Так, это снайперка. Без патронов. Автомат. Что по аптечкам? Одна аптечка. Вообще как-то очень... Да, не густо у нас, не густо, ребята.
дымовой порошок, такой секой порошок. И две дымовых бутылки, кстати, передай дяденьке взрослому. Ну, в общем, вы понимаете, как все у нас. Как-то все у нас совсем печально. Ну ничего. Сейчас Наташка все приберет. Наташка видит все без фонаря, напоминаю. Фонарь идет Боре. А Наташка просто молодец. Тертый калач. Так, кирпичей жалко нету. Ну ничего, еще отложим. И нам, видимо, идти назад. Хотя вот здесь вот, помните, была лестница. Она и сейчас там... Ну, не знаю, кто-то спер лестницу, очевидно. Вот здесь она была, если вы не забыли. А теперь там труба. А лестница и след простыл. Ну, видимо, пришли таджики и быстренько все переделали. Скорее всего, приезжала контрольная проверка из Роспотребнадзора. И им пришлось все быстренько переоборудовать. Ладно, ничего. Пока в Багдаде все спокойно, мы бежим, развлекаемся, все прекрасно у нас. Здесь наша подруга забыла ништяк. И начинаем снабжать дядь Борю боекомплектом. Так, туалетная бумага, это пригодится, конечно же. Так, дядь Боря работает ножом. Все хорошо, да, тут смотрите, прям... Начинается какой-то, какая-то феерия просто начинается. Так. А можно Николая Дроздова сюда, в студию? Потому что я не понял, что это за подвид чешуекрылых, которые пролетают сквозь кирпичные стены. Дядь Борь, слушайте, сюда бы каких-нибудь... специалистов, зоологов. Что творится, жуть какая-то. Вот еще кто-то туалетной бумаги накидал. Ну, тут действительно просраться можно от таких вот видов. О, Шутхим, привет. Давненько не видел, давненько. Рады видеть всех, ребята. Старая гвардия подтягивается на трансляции. Зачем я это сказал в банку с Бёрдом, я не знаю. Но мы же никуда не спешим, мы прям вот кайфуем, кайфуем от прохождения. Получаем непередаваемое удовольствие. Надеюсь, дядь Боря разберется там со всеми. А мы продолжаем. Наташка великолепная патронная ищейка. Давай, Борянчик, давай. Винтовка у тебя хорошая, смачная. С приседа нужно долбить, да, по-моему. И если я не ошибаюсь, то... Ну, вообще, с Наташкой надо на стелсе проходить. Это то, я просто говорю. С приседа плюс менять постоянно оружие. Главное, из магнума не пульнуть по дурости. Так, ну пока... Все безмятежно. Я надеюсь, так и будет оставаться все. В аппендикс заглянем. Ни хрена нет. Но звуки уже стрёмные, вы слышите, да? А, простите, я кажется. Здесь уже был. Я еще назад пришел. Ой, Бонич, такой ты, конечно. Подождите, я вообще не туда пошел. Нормально, нормально. Это, вы знаете, вы должны понимать, что это не лечится, и над инвалидами смеяться грешно. Да, сапфир это, конечно, здорово. Почему-то они просто валяются на, ну или топазы и прочие желтые лепехи, но лампочка. Что я сюда могу, да?
Но хотелось бы, конечно, больше как-то по аптечкам, по патронам. Дядь Борь, тебе уже не в твоем возрасте лазать по этим лестницам. Поберег бы мениск. Вывернешь сустав. Я что потом с тобой делать-то буду? Я тебя так не потащу, как ты меня. Как бы говорит ему Наташка. Сюда мы пройти не можем. Сюда мы тоже пройти не можем. Вот этих мест я уже не помню, но вполне возможно, я просто туплю. Да, это какая-то новая локация, совершенно неизведанная. Борис Николаевич, светите, пожалуйста. Тут Мойра Борисовна явно не пробегала, я что-то не помню таких вот делов. Спокойно. Ну что, давайте заценим обстановку. Обстановка печальная. Во-первых, вон там вот красная лепешка кровяная. Тут два жмура в воде. Да не, в общем, довольно мирно. Но я вообще не помню этих мест, хотя мы именно так вот сюда и пришли. Эти там лежат. А, не-не-не-не, все, начинаю вспоминать. Да-да-да-да-да. Вот эта хрень, которую можно нажать. Все. Ребята, добро пожаловать. Только мы почему-то пришли сюда вот отсюда, а наши подруги как-то по-другому пробирались. В общем, места время от времени становятся знакомыми. Я просто только вчера это проходил. И удивительно, что не забыл еще ничего, но такое может быть. Машуля, дверь! Бонич, за руки делай, где был уже. Чем я за руки-то буду делать? На мониторе? Тогда игра долго не продлится. Ну, вон там вот лежат два. Патрикеича. Отдыхают. Судя по желтоватым отблескам, уже назвездюкались боярки. А вот за это огромное человеческое спасибо. Дождик пошел. Хорошо. Машка! Дверь закрой! Максимально тихо нужно быть, ребята. Максимально тихо. Атмосфера тревоги. Ну, естественно, там же мой микрофон ловит, как ты пукаешь там в той комнате. Аж голова закружилась. Надо воздух стравливать постепенно, не слишком резко. Мы вернемся на поверхность. Да, нам и тут неплохо, по-моему, дядь Борь. Кстати, траву возьми. Ты прими травы, и все будет хорошо. Хакуна Матата, дружище. Мой старый добрый друг. Вот Наташка кирпич сейчас возьмет. Заживем. Все кирпидонами в них побросаю. Вон, видишь, двое, дядь Борь? Вот по стелсу ты их не пройдешь. Поэтому придется... Стоп. А мы можем спуститься, да? Да ладно, серьезно? Вот так вот. Вот на голову. Ой, по-моему, нормально, кстати, пульнул. Побежал. Сейчас с приседа буду работать. А, все, не можешь? Ха, тупица. Так, работаем с приседа, повышаем мощность. Ну ты, трухлявый, давай уже падай, нет? Я же ачивку вкачал, еще с приседа сейчас лупану. Друг твой там встает, нет? Господи, откуда эти колдари здесь взялись? Ты в стену бежишь, успокойся. Болезный. Блин, я что-то патроны трачу. А этому с ножа, короче, сейчас наваляю. Как труп отсан, как десантник. Че, я алкашей боюсь, что ли, каких-то? Поехали, собрались. Бонич батарейки кончается, как в Outlast. Нет. Здесь других проблем хватает.
Да-ри-ря. Ну что, ребят, по-пацански, на кулаках с пареньком замашемся. Наташ. Че-э? Хорошо, ладно. По-пацански не получилось. Я не виноват, что он ну, кусается. Я хотел на кулаках, он начал кусаться. Этого нет в правилах боя. Ну, патронов, если честно, тратим мы просто как утырки. Надо было Наташкой забежать, взять кирпич и... Дурак! Говоришь на меня, переводишь на себя. А кирпичи можно разбивать? Что за лалка? Это как вообще? Это как понимать, граждане, товарищи, дорогие мои. Люди добрые! Что ж то делается-то? Ладно, пистолет. Борис Николаевич, пойдем. С Наташкой, конечно, хорошо. Это читерство, я считаю. У нее встроенный радар обнаружения жмуров. Дядя Боря. А вот это там что такое? Что там белеет? А, это просто лампочка, да? Дядь Боря. Дядь Боря. Блин, кирпич разбил об этого коз... Натали, чё смотришь? Добивай! Okay? Блин, я чё-то зря дымовуху пыльнул. Хотя, может быть, и нет. Смотри, по трое ходят. Это что, Чертанова вам, что ли? По одному выходи на десантника. Ну, разобрался как мужик, согласитесь, ребят. Я надеюсь, вы восхищены. Дымовуха там, тоси-боси, пока они вообще поняли, что происходит. Уже черепа повскрывал. Привет, Nuclear Cap. Бонич, а что ты на тахой приседаешь? Прячь тебя, когда рядом двухметровый мужик трется. А там тема в том, что если этот двухметровый мужик фонариком светит, тогда не получается стелса. А мы идем по стелсу, ребят. Аккуратно, четко. Так. Вообще желательно, конечно, на них просто... Ну, они, видите, вот... Они не хотят по стелсу, они хотят патроны к штурмовой винтовке. А, это просто фиолетенькие, красивые. О, смотрите, какой паучишка к нам ползет. Крошка-паучишка. Блин, мог бы его с ножа убить. Вот еще один крошка-паучишка. Иди сюда, я... Я тебе подровняю лапки. Хочешь когти подстригу? Нет? Они там что, блин, бесконечные, что ли? Надеюсь, это последний. Ну давай, зови всю семью. Зови. О! Ни хрена! Сука! Так я не понял. Ты чё, тварь бешеная? Да сколько вас? Да когда вы кончитесь? Эй! Зовите дезинсектора! Да какого хрена? Эй! Надо пробегать, короче. Ничего хорошего здесь нет. Да разве это монстр? Кусок говна. Так, спокойно. Там кто-то... Что там за паучиха? Сколько она вас нарожала-то, ё-моё? Её там чё, шпилит пятеро негров безостановочно? Эй! Прекратите! Не, ну это ненормально. Ты чё ты... Кусать Наташку? Надеюсь, они не ядовитые. Ладно, пора. Все?
Нет, ни хрена не все. Да... Да его кусайте! Да ты... Сука... Да короче! Ё-моё, ё... Натусь, натусь, давай побыстрее, а? Не наступи на дяденьку! Видишь, он отдыхает. Запрыгивай. О! Да как? Что нахрен за... Так, пацаны. Дайте мне калаш. Натусь! Поспевай, детка! Ну все, сучата. Сука, вставай, дебил! Вставай! Боже мой, Боря, какой ты тупой! Ты чё, дурак? Боже, это просто провал. Это просто провал. Да господи, боже ты мой! Дайте штурмовую винтовку, что происходит? Ох ты вашу мать! Да сколько вас? Наташка! Давай сюда! Ё-моё! Что за день такой? Вы откуда такие красивые взялись? Да вы... Да вы охренели! Иди отсюда! Тебе здесь не рады! Не рады тебе здесь! Отвали! Там сейчас Наташку сожрут. Детка, беги! Траву, дайте траву, плиз. Откуда вы понавылезали, сволочи? Ё-моё, что за говно? Во-первых, я что-то не понял. Это раз. Во-вторых. Вот так, это два. Да отвали ты, скотина. Наташ, Наташ. Сейчас он меня тяпнет, и я сдохну. Боже, что за баг-то, я не пойму. Алло, почините игру, откуда они лезут? Поможите! А, тут еще эта хрень! Люди добрые! Да, да, вижу, Наташ! Что делать-то будем? Да отвали ты! Что за... Кто вас рожает? Наташ, бери кирпич, ей-богу, правда. А! Да... Лежи ты, не беспокойся, дядь. Да без тебя тошно. Так, давайте пробуем наверх. Если она меня сейчас тяпнет, то я труп. Давай, давай, наверх, дядь. Ох ты ж, ёк-макарёк. Понаразводили здесь. Я бегу назад, но я просто пока не знаю, что делать. Надо просто бежать, пока эти твари меня не закусали до смерти. Охренеть! Так, спокойно.
Там еще эта хрень летает. Но там меня пауки кусают постоянно. И причем кусают... Да вижу, валим! А-а-а! Бани, держись! А-а-а! Ах ты, господи! Сколько опарыш это? Что за место такое? Короче, надо валить фастом. Я не понимаю, кто там рожает пауков. Надо, проще брать калаш, драться с ними без понту. Ага. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно, вообще волшебно. Спирт. Ну да. Спирта здесь можно хряпнуть. Люди, поможите! Да как ты? Я охренею. Натась, Натась, не надо. Я думал, мы тут спрячемся, но нет. Блин. Как все дерьмово-то, а? Как все дерьмово. Дядь Боря. Дядь Боря вообще плохо его прет там по полной программе. Эта скотина валяется здесь. А нет, это... Это такой... Да отцепись ты! Слышь, у меня сейчас патроны кончатся. Да, спасибо, Наташа. Валим, валим, валим отсюда! Ох, как же прет-то старика. Какое волшебное место. Таблетка еще нафиг никому не нужна. Так, снова туалетная бумага. Отвали, паучья рожа! Отвали! Ох, как же хорошо-то, а. Сейчас тяпнет, паскуда. Один укус, и я труп. Натусь, пожалуйста, в заветную дверь. Что-нибудь может быть здесь? Нужно как-то... Блять. Отвали, хомяк! Недогрызенный. Дядь Борь, как ты жив? Я хз просто. Как ты... Пожалуйста, что-нибудь, что-нибудь. Спирту, валерьянки. Да какой дымовой порошок? Дайте аптечку. Вы что ж творите-то, изверги? Так в дерьме и помрут. Да, судя по всему, так и случится. Так, дядь Борь, стой тут. Не дай бог тебе еще какая-нибудь зараза тяпнет. Мне нужно пробежать, посмотреть. Здесь может быть что-нибудь полезное. Может быть. Я верю. Да ежишь. Пожалуйста, травы дайте. Нет, патроны это, конечно, здорово. Я очень рад, дядь Борь. Точнее, не дядь Борь, а не знаю кто. Я очень рад, выше разума, что ты даешь нам патроны. Я, конечно, очень много аптечек потратил на том моменте, когда я... Так, это вонь тут лежит, да? А это что? А, здесь лежало у нас... Нет. Я очень много аптечек. Да, тут как бы их много, да? Ой, тут еще понаоставались, сволочи. Чернопузые. Ладно, валим. Без дядь Бори как-то страшно. Короче... Я тупил со сменой оружия. Слава богу, что у дядь Бори... Дядь Бори прям просто дерьмово. Мега дерьмово. И проблема в том, что...
Ну да, я хотя бы АК взял, да, тут я АК взял. Надо будет грейды сделать на АК. Конечно, мощно, но я там полчаса эти дурацкие патроны ставил, убирал. Что это такое? Что это такое? Какой красивый. А я бессмертная, понял, козлина? Вон там что-то еще. Я подберу здесь все. Патроны к пистолету, да нафиг мне твои патроны. Да умри. В муках. Ё-моё, там столько народу мертвого. Я прям как в 90-е попал. Это мерзкая жужелица будет за мной бегать еще долго, но я хоть что-то подсобрал. Ну, Туся молодец. Работает как цыганский ребенок в лучших традициях, да? В лучших традициях цыганских детей. Пока там взрослые отмораживаются, а она быстренько подбирает все, что плохо лежит на рынке. О! Так. Смотри, Ленина перенесли. Точно. Красивый. Бедняга, он умер в одиночестве. Ничего. Книга, фотография. Что это? Что? Погодь. Это же Мойвы. Так. Эй, чё? Алло, алло. Гнездо, гнездо, я жаворонок. Гнездо, повторяю, я попугай. Нам крышка. Душманы атакуют. Вертушку. Нужна вертушка, вертушка. Батя, я люблю тебя. Я вообще была дерьмовой дочерью. Нет, нет. Ты неплохая. Боря? Тут, кажется, Ленин оживает. Я здесь. Пойдем наваляем. Да какой наваляем? Ты еле ходишь вообще. Так, давай без громких заявлений, во-первых. Во-вторых, товарищ сейчас встанет и объяснит нам. Блин, очень много всякого дерьма, кроме нужного, понимаете? Траву дайте, траву, люди добрые. Что же вы делаете, то изверги. Не, патроны я рад, конечно. Бутылка, можно, кстати, сделать что? Взрывную, наверное, да? С пустой бутылкой дай зажигательную бомбу. Но тут, наверное, потребуется вообще все. Ладно, с порохом сочтем. Бери, Борян. Дымовухи у тебя все равно закончились. Спирт отдай Наташке. Ребенку нужно привыкать. Пахучий химикат тоже. Жгут тоже. Все, отдавай Наташке. Так, ну если что, если он меня грызанет, то я хоть не сдохну. Ну отдай. А, подожди, надо же вот так сделать. Просто он держал в руках рубин. Я думал, какой-то мега важный элемент для прохождения. Это был просто рубин. Ладно, он мертв. Это точно. Как и я. Потому что Боря, ну вообще просто ему мега дерьмо. Там книжка еще была. Да прочтем, прочтем. Давайте разберемся с грейдами. Так, винтовка. Снимаем грейды. Калашочек. Что умеешь? Значит, грейд на урон, улучшение огневой мощи, ослабление отдачи. Чем лучше, тем слабее отдача. И что, для типа... А, ну да, это для калаша точно нужно. Это тоже нужно. Тихо, тихо. Оглушение. Улучшение способности выше становится сильнее с ростом уровня. Ну, типа, оглушает каждым выстрелом. Ладно, на АК навинтим грейдов. Почему бы и нет. Здесь прям вообще печально все. Здесь тоже ни хрена нет. Да, печально у нас с кейсами. Не то, что у баб. Бабы прям заряжены. Интересно, Боря не сдохнет случайно с такими ранами? Читанем. Мне надо развивать навыки письма. 10 страниц! А, это тот дед, вы поняли? Это тот дед, который говорил, ну тот дед Мозай, который, ах, понаехали. Вчера, помните, с ним разговаривали на прошлой трансляции? Клара, мне надо развивать навыки письма, буду каждый день вести. Viva Las Vegas. How I wish that
Да. Привет, Шамблер. Привет. Поддержал канал на 150,00 рублей и сообщает, ну, за как он. И за зомбей. За зомбей не надо, потому что я, ну, мне хватит зомбей, поверь. У меня Боря уже там в одном ударе от комы. И аптечек нет. Мне надо развивать навыки письма. Буду каждый день вести дневник. Пишу каждый день, но у меня нет слов. Но теперь есть важная причина. Сегодня на свет появился мой первый ребенок. Его мать назвала ее Ириной. Ха-ха-ха, так звали мою бабушку. Так это ж Кузьмич. Я против, но не смогу переубедить эту упрямицу. У нее глаза и нос отца, а рот матери. А жопа соседа. Мы вырастим девочку здоровой и сильной. В этом году у нас на острове снова хорошая атмосфера. Добыча идет хорошо. Сейчас мне живется довольно хорошо. Хочу, чтобы Ирине жилось так же. Когда она станет старше, это теперь моя родительская обязанность. Ну хорошо, хоть Наташа не назвали, иначе у меня мозги съехали на бекрень. Ирине уже 6, как время летит. Она так любит копировать мать. Мать это терпеть не может, наверное, потому что дочь ее копирует. Да, у деда все в порядке с логикой. А крошка очень умная, любит математику. Ее бабушка тоже математику любила. Улыбка Ирины помогает лечиться от волнений. В шахтах стало опасно, и теперь они не приносят денег. Состояние острова все ухудшается. Может, и я без работы останусь. Так ты же сторож. Но сейчас не время волноваться. Этот остров наш дом, и я хочу его передать крошке в хорошем состоянии. Это теперь моя родительская обязанность. Но чувствую, не справился, да? Ирине исполнилось 12, она уже бунтует. С каждым днем все больше похожа на мать. Не понимаю, я женщин, теперь я ее смущаю. Пока ей не понадобятся деньги или помощь. Кстати, о женщинах и деньгах. Так, любопытно. На остров прибывает одна женщина. Обещает восстановить промышленность. Теперь у меня есть работа. Я помогаю строить новый объект в шахте. Я думал, что шахте конец, но она нашла для нее применение. Прям как у нас в Ростовской области, один в один. Ее все обожают, зовут спасительницей, покровительницей. Мать всегда мне говорила, не верь людям с деньгами. Бедный рабочий надежнее богатого капиталиста. Хороший совет, но богатая женщина нам помогает. Сегодня 20-летие Ирины. Мне бы праздновать, а я волнуюсь. На следующей неделе она пойдет работать в шахты. Я был против, но крошка меня слушать не стала. Действительно, пора уже ту дылду 20-летнюю на работу гнать. Хрен ли она задарма ест хлеб, нажитый трудовым дедом. Она уже много лет меня не слушает, зачем делать это сейчас? Ирина упрямая, прям как отец, так она всегда говорила, несмотря на то, что она в бабушку. Думаю, она была права, неужто уже год, как ты от нас ушла, дорогая? Прям как отец, так она всегда говорила. Думаю, она была права, неужто уже год, как ты от нас ушла, дорогая? От него ушла бабушка. Я не знаю, кто ушла. Не веря людям на объекте, с ними что-то не так, а остальные считают меня упрямым стариком. А, это Ирина ушла. А, нет, Ирина еще жива. Может, и Ирина тоже, но я знаю, что прав. Надеюсь лишь, что Ирина это очень скоро поймет. Ирину я не видел уже почти год. С нашим домом творится что-то плохое, люди заболели, другие вещи я не могу объяснить. Знаю все это. Да там вообще жопа, дед. Ты вообще выходил за околицу-то, ё-моё. Там у вас развелось. Там экстерминаторов нужно целый взвод, чтобы это все сжечь к хренам. А, жена умерла. Спасибо, Матис. Знаю все это из-за той женщины. От нее пахнет злом. Это место должно... Интересно, как злом пахнет? У нас вроде нет. Это место должно было стать Ирине домом, но уже поздно, я покидаю этот город. Все. Но остров мой дом. Я не уйду, идти некуда, пойду в канализацию, там и останусь. Ситуация ухудшится, я это знаю. Ирина, держись. Что ты жрёшь-то в этой канашке? Ну, хотя понятно, что. Я тебя найду, обещаю, крошка, кроме тебя, у твоего отца ничего не осталось. Такая вот печальная история. Тут, Саша, все есть. И боссы, и... подчиненные, лакеи или заблюда. Слушайте, ну прям вот очень плохо. Прям очень плохо. Я так неудачно подрался, что хоть плачь. Follow me. Ну прекрасно! Наташ, у тебя ключа нет случайно? Ну здорово. Дед! Слышь? Так, давайте внимательно посмотрим. Дед просто шикарен. Во-первых, у него банька. Посмотрите, он регулярно где-то парится. Я не знаю, кто и где его парит, но венички у него есть. Что еще у старого хрыча имеется в наличии? Где-то он раздобыл в канализации кур, чеснок, и хрен, и еще и кролик висит, вы понимаете? Дед, ты откуда все это взял?
канашке. Прекрасная закрутка на зиму. Я не знаю, что это, видимо. Видимо, это конечности мертвяков, которые ходят за околицей. В общем, это какой-то фирменный дедушкин рецепт. С жопой продавленное кресло. И куда он смотрит, сидя на этом кресле? Ну, конечно же, в стену, на свой верстак. О! А ключи-то я и не приметил. Ну, слава богу, хоть так. Давай сперва сюда свалим. Будь рядом, ладно? Да это ты будь рядом, блин. Дядь Борь, ты просто, конечно, невероятный оптимист. Пошли по-тихому. И молись, чтоб я траву нашел. Значит, еще заново пойдем сейчас. Это же Брага. Это же Россия. Может и Брага, не знаю. Черт, как же мне хочется травы. Я никогда... Пожалуйста, только не нападайте сразу, а. Ну, началось в колхозе утро. Посмотрите, что творится. Как мы жить-то будем? А мы еще ниже идем, да? Ну, прекрасно. Come with me. Дядь Борь, что тупишь? У тебя ноги там отказали уже, что ли? Я понимаю, ты израненный весь, но... Опять чертовы... Опять мудацкие пауки. Они тут еще и пищат на этом уровне. Ё-моё. Да вы издеваетесь. Красота-то какая. Лепота. Посмотри, как страна к чемпионату мира готовится, дядь Борь. И только скрипят чьи-то булки на сквозняке. Это таджики натирают кафель. Что-то я очень... А, четвертый выход. Не, здесь мы не были еще. Вообще не хочется, конечно. Так, вон там ноги, вон туда лестница. Ага, ясно, понятно. Слушай, может я сам, а? Дядь Борь. Ей-богу, правда, тебе нельзя туда. Что за звуки? Почему включилась жуткая музыка? Ой. Что такое? Что-то... Что? Выключите! Выключите шарманку нахрен, я пошел обратно. Дядь Борь! Стой тут. Короче, я Наташкой пойду на разведку. Но через секунду я сначала должен... Я должен тоже сходить, канализацию наполнить. Пауза закончилась. Надеюсь, вы успели. Ну или сидите в памперсах, потому что удобно, практично и дешево. Короче, я принимаю волевое решение. Барян. Барян. Стой-ка ты, наверное, тут-то, тутовки. Довольно много народу мертвого. Но главное, без пауков. Вот пауки. Там кирпич. Стой тут. Стой, прикрывай меня, понял? Потому что... Сука, довольно много народу, да? А я не могу так аккуратненько так. Оп,
и присесть сразу, да? Могу, хорошо. Сам тупик. Похоже, шлюз открывается где-то выше. Похоже, тебе надо заткнуться, дядь Боря. Во-первых, вон там можно пролезть. Во-вторых, вон там что-то есть. Я просто уповаю на зеленую траву. Если я аккуратненько проползу, интересно, они не встанут же. Я же тихонечко. В принципе, можно кирпичом его захерачить, наверное. Что надо сделать, чтобы... Так, взяли кирпич. Я почему-то не могу эту хрень. Что надо сделать с ней, не знаю. По-моему, надо вроде пальцем указать. Вонча фулл-тайм стример с горшками сидят или с памперсами. Ну вот завтра... Кстати, мы завтра с Пептаром будем из тюрьмы сбегать. Мы еще те, конечно, сидельцы с ним. Но вот завтра нас ждет побег. Так что рекомендую в часа в два быть дома. В два пополудню. Барри, тут дыра и не одна. Так, ну вот этого надо грохнуть, потому что там что-то есть. Возможно, там очередные пистолетные патроны. Тихо, тихо. Ты ж не... Ты не сиська, чтобы так вопить. Я не понял. Так, ну ты не должен же встать, у тебя голова пустая. Ты не должен встать, ты не должен встать. Да ежешь! Ага, дядь Боря! Дядь Боречка! Да Борюсик! Ну, а в смысле, что я? Зачем я? Я... Они не встанут, короче, я понял. Они не встанут, скорее всего. Они крепко спят. А, вот бы мне такой сон. Ну, обычно у всех такой сон именно в день, когда им нужно на работу к 8 утра. Вот именно так они примерно спят. Ты даже кирпичом не разбудишь. Дядь Боря, что я несу? Ты сейчас охренеешь. По какой статье ее надо ударить? А, эту хрень надо ударить? Ладно, это сейчас не главное. Главное, дядь Борь, прими как лекарство, ей-богу. О, хорошо. Как меня косоебило. Just stay there. Okay. Ладно, я пополз. Теперь гораздо лучше. Господа, так что мы завтра будем с Пептаром проходить Way Out. Всех приглашаю на стрим. Часа в два, наверное, я сделаю анонс ближе ко времени. Потому что там нужно еще это дело нам все обсмаковывать. И согласовывать, но принципиально... Соглашение уже достигнуто. Доброго вечера, дядь! Ну, я думаю, что они все встанут ровно в тот момент, когда я... А чё кирпич не взял? Не знаю. Чё ж так много народу-то мёртвого, ё-моё. Во-первых, можно туда. Вон там есть какая-то хрень, да, которая открывает шлюзы. Очень много народу, ребят. Вижу траву еще одну. Вы знаете, я думаю, что я... Во-первых, здесь можно взрывать баллоны будет. Надеюсь, скрипт не включится, но я же ничего не включаю, поэтому... Они все, у них тихий час, да, у покойничков. Очень много народу мертвого. И когда откроются шлюзы, нам не поздоровится. Ну, мы пока обнесем все. Я понимаю, что... Да, это местные бомжи. Это сразу... А что это ты? Да лежи, отдыхай. Ты что, дядь? Куда ты пополз? Куда ты? Ты что проснулся? Эй, Волоколамск! Спать! Полночь! Уже. Ну да, нужно вот сюда, понятно, да. Там еще ходит кто-то. А, простите, как... Ну да, конечно, она не может сдвинуть обмотанный редкой колючей проволокой деревянное заграждение. Это очень сложно. Она, во-первых, весит тонн 8, наверное.
Во-вторых, ну невозможно, ребят. Мне просто нереально. Ладно, пес бы с вами. О, смотрите, там какой-то ништяк. Ну, это просто туалетная бумага на другой туалетной бумаге. Вон там еще патроны. Могу ли я спуститься вообще? Нет, не могу. Дядь Боря все равно пролезть не может со своим толстым задом. Ай-я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 й. Дяденька, дяденька, дедюля. Ну, понеслась моча по трубам. Я надеюсь, только один встанет. Да мимо, мимо. Это просто, это простой боксер, этот не страшен. Ну что, будем вращать барабан, как говорил Леонид Аркадьевич Якубович. Тихо, тихо, ну да, я верну. Тихо, 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 уже и так нокаутировал меня. Блин, я что, теперь отманивать, что ли, полчаса? Борь, можешь стрельнуть, а? Шмальни, паскуду. Идет. Он довольно живо бегает. Быстрее, 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 быстрее. Оп, мимо. Мимо. Ну стреляй. Да попади ты уже. Блин, жалко, кирпича нет. Хорошо, что я патроны... Да, патроны не тратятся, я надеюсь. Блин, где бы кирпич взять, а? Ну, давай! Барян, давай, ты ж десантник, пульни в него. Ну, не знаю, швырни в него тапком. Ладно, я... Вы не против, если я пока покручу вентиль? Я не отвлекаю вас от этих интересных занятий. У тебя что, сука, патроны кончились? Хорошо, что этот тупой попался. Бегун. Барян. 10 патронов. Что, в чем проблема? Блин, твою мать, как он красиво умирал, картинно. Черт, походу в театре работал. Да твою ж медь! А, я могу теперь пройти, да? Блин, чем бы тебя захерачить, а? Ладно, давайте один разочек. Все, умри. Ага, значит, теперь мы можем спуститься вниз. Но надо ли нам спускаться? Вот в чем вопрос. Эти-то встанут сейчас, вы же понимаете, да? Это они почему не вставали раньше? Потому что ленивые. А сейчас, как шлюз открылся, у них теперь веселуха начнется. Давайте я пока не буду спешить. Хотя тут мы пробегаем, и что? Мы пробегаем, и что? Перри, я не могу вернуться. Ага. Не останавливайся, встретимся дальше. А Боря прям как будто, я не знаю, просто проектировщик канализации. Все знает, все понимает. Но Боря пойдет вниз, да, я понимаю. Сейчас мы этого, наверное, тоже приведем к Барину. Не встаешь? Лежи, любезнейший, лежите. Вам вредно двигаться в вашем состоянии. Когда вот эта вся брага придет, я даже не знаю, что будет. Ладно, прощаем. Патроны. Ну, еще что-нибудь лежит наверняка. Так, тут один уже клиент дозрел. Ну, просто стоит, улыбается. Да, вас бы, конечно, в стелсе всех порубать. Как куропаток. А что, Е? Что Е? Мы можем ее поднять? О, а если я кирпич на нее скину? Рванет же, да?
Но я должен попробовать, ребят. Простите меня, но... Барян-то туда не дострелит ни в жизнь. А я кирпич сброшу, сейчас вообще красиво будет. А, я же не могу вернуться, а кирпичей тут нет. Вот это, конечно... Вот это подстава. Евграфыч, кинь, пожалуйста, мне этот, как его... Туды твою через коварёшка. Кинь мне кирпичом. А? Представь, что я твою редиску выкопала в огороде. Твою черешню обнесла, я не знаю. Да вот видно, Буба, что стреляет он, знаете, не знаю, гопники на остановке лучше сигареты стреляют, чем он из пистолета, потому что, ну, вообще пользы ноль. Так, шлюзы открыты, шлюзы открыты. Куда мы дальше прошли? Ох, тут, вот тут, вот тут бы чем-нибудь шмальнуть, и вообще просто царский был бы угар. Так, можно еще вот здесь вот, да, это сделать. Ни черта нету по углам. Мне кажется, кирпич здесь не сработает. А вот эту штуку потолкать можно, потому что это же Баряну поможет. Хотя зачем они на мостиках? Но она же может ее толкать. Нет, мне кажется, поможет. Вон там банка какая-то. Как они не взрываются при падении, я не знаю. Почему они стоят на мостиках? Может быть, я зря их сбрасываю. Так, а что, а прыгать можно? Там еще ящик, ящик. Ну, собственно, все, да? Все, как бы, приехали. Больше ничего не сделать. Ну, а если по стелсу? Если по стелсу? Надо сейчас минимально тратить патроны туда, там пройти. Тут я уже все, на это мои полномочия, да? О, там еще собака-свин ходит. Да до хрена тут, просто жизнь кипит. А говорили, город вымер. Шикарно живут, вообще кучеряво, я считаю. Хорошо. Ладно, надо идти Барином. А что мне делать остается? Помолясь, как говорится. Патронов немного. Точнее, у нас нет патронов вообще, считайте. Но будем как-то справляться. Я попробую сейчас на лестницу забейтить этого ножом убить, потому что... Если я тихонечко полезу, будет что-нибудь? Тут эти сволочи встанут 100%. А если закрыть шлюз здесь? Тогда мне отрежут выход. Мне отрежут выход 100%. Блин, как стрёмно, а? Я боюсь, если я сейчас побегу, я просто всех сбейчу. О, винтовочная, это здорово. Но всего 5. Не будем. Так, начну стрелять, они все побегут, да? Как говорится, все побежали, и я побежал. У нас что? У нас одна взрывная. Один бич-пакет. Сейчас я вам устрою адский всполох, ублюдки. Скажи прощай своим яйцам, ублюдок. Хорошо горит. Всем добрый вечер, ребята. Играем в Resident Evil 2. Меня зовут Бонивур, и мне стрёмно. Если вам тоже страшно, как и мне, ставьте плюсы в чатик. Патронов решительно нет. Шлюз открыт. Здесь все.
Блин, ну они встанут точно. Я не понимаю, почему некоторые лежат, а некоторые отдыхают. Ну, в смысле, ходят. Так, ну эти все трупы, я надеюсь. На, хорош, Бонечка. И еще разочек. Молодцом. Патроны тратим очень экономно. Очень. Один выстрел в голову. Дальше пытаемся добить. Так, еще желающие есть познакомиться с десантским кортиком? Детятко. Вращала б ты вот барабан уже. Дымовой порошок. Ну это все такая чухня, ребят. Может, травы дадут. Ага. Надейся, бой, надейся, конечно. Надежда умирает последней. Это единственное, что у тебя осталось. Натали, как дела? Да, да, патроны к пистолету, естественно. Самое нужное сейчас. А, блин. Подождите, а как она не передала дядь Боре траву? Ладно, одна трава есть. Жить будем. Так, а что ж дальше? Стойте. А, я, кажется, знаю. Нужно подтащить этот ящик и, наверное, рвануть там, возле... Рвануть там, возле того заграждения, возможно, тогда взрывом-то размолотит товарищи, нет? Так, надо понять. Окей, дядь Боря здесь, эта штука здесь, ящик здесь. Я его не могу взять. Ну, здорово. Я сбросил все остальные ящики вниз, так что прощай, Надежда. Ну, вряд ли бы это помогло. Следы прям четко сюда указывают. Это загадка, ребят. Пристрели тварь у меня. Дядь Борь, не слушай ее, у ребенка воображение разыгралось. Нет тут никаких тварей, мирный городок. Какую тварь? Это заграждение деревянное. Твари вон там внизу. Одна из них вон в красной куртке сидит. Где ты увидела тварь? Чего ты хочешь? Так, спокойно. Надо подумать. Вон там псина ходит, кстати, лютая. Девочка тронулась умом. Кстати, вот здесь у нас есть... Угу. Какую тварь? Ты что? Что ты несешь? Мелкая ты чилиндра. Может, вот того? Да нет, он не встанет. Какую тварь ты хочешь, чтоб я... Боже мой, это как это вообще? Просто я... Наташа, не слушай его, он полоумный. Он сейчас... Так, во-первых, надо знать еще... Сейчас подстрахуемся. Тварь, говорит. Пристрели, говорит, тварь у меня на пути. Да, у девочки что-то совсем кукуха поехала. Почему я не могу его взять? Почему маленькая девочка может его брать, а я нет? Это... Ну, согласен. Наверное. Наверное, угрозы от маленькой девочки с этим баллоном гораздо меньше, чем от дяди Бори. Есть в этом своя сермяжная правда. Давайте вот так вот сядем. Натали... Тварь! Мы убили тварь с тобой, дядь Борь. Тварь убита. Эх, теперь заживем, когда с тварями-то покончено. Ха-ха, красиво упал. Ты откуда взялся, касатик? Откуда взялся-то?
Откуда сам будешь? С какого района? Что происходит? Они тут что, решили по одному теперь? Заходить. Так, снова забираемся на возвышенность, потому что у них явно проблемы с ее преодолением. Только не вставай, пожалуйста, мясоед. Ну что, начинается траблы, потому что там огромная свинобака. Свинобака — это смесь свиньи и собаки, как вы понимаете. Надеюсь, здесь Боря справится. Она просто очень подвижная и грызется, падла. Грызется, как 28 пуделей вместе взятых. Давайте мы забейтим свинобаку вот сюда. Эту фигню столкнем. Вот, надеюсь. Свинобака там ходит позади, нормально. Она побежит, и мы ее вторым выстрелом. Да. Но я не знаю, может быть, я неправильно делаю, потому что бочек-то. Тут, бочки-то не казенные. Точнее, они казенные, но их не так. Ты можешь спрыгнуть, да? Ты можешь спрыгнуть. Правильно, правильно я понимаю. Можешь. Так, свинобака. Здесь вообще весело, я смотрю. Давайте пойдем по стелсу. Ой, как много народу. Так, один там. Так, ну перелазить он не сможет же через. Или сможет? Надо их всех забейтить. Классная игра. Так, свинобака одна лежит, одна ходит. Этот вообще... Вот молодец, давай, ты на патруле, на боевом. Это снова тварь. Тварь, которую нужно будет пристрелить. И вон там сундук. И свинобака. Свинобак довольно много. Ну как же их сбейтить-то, а? Я предлагаю проверить мою винтовку. Тарина, тарина. Свинобака! Ну, зря я это сделал, конечно. Это я сделал совсем зря. Работаем по-тихому. Есть баллон. И еще две свинобаки. Я могу отбежать, и они... Пью-пью, да? Они спят просто, я их знаю. Я их знаю, паскуди. Хо-хоу! Винтовочные патроны. Это ли не праздник на улице, дядь Боря? Заряжай берданку. Так, идем аккуратно по стелсу. Надо разбудить свинобак. Может, им туда... Я точно знаю, что эта паскуда не спит. В смысле, она спит, но... Попал. Эй, я говорил же, да? Я говорил, что она... Пошел вон. Пошел. Ах ты ж скотина! Ой! Ой! У меня аж волосяшки на руках шевелятся. Ну, кстати, всего один укус. Дядь Боря еще и не с таким справлялся. Так, здесь я буду умнее. Сука, это не та свинобака. Или та? Хрен его. Вон та. Дальнюю свинобаку. Я надеюсь, что она бегает. Гори, сволочь! Есть контакт.
А, хорошо полыхнуло. Ну вот, все остальные не такие подвижные. Смотрите, в противогазе. Что творится вообще? Да это не город, это, блин, чертов военный гарнизон. У них даже собаки в противогазах. Так, ну а этих мы будем рубать через стелс. Свинобаки, надеюсь, все умерли. Так, вот этого... Ага, вот этого вот колдыря мы должны грохнуть так. Слышь? Баклан! Классно идет. Идет так, как будто всю тормозную жидкость из танка высосал. Ух ты, вас тут много, да? Тихо. Ну вот по стелсу сходил. Тихо. Есть еще места. Надо их всех дождаться. Сюда, ребята. Здорово. Здорово это я придумал, да? Прям четко разобрался с пацанами. Эй, твою мать. Хорошо, хоть эти не встали. Фу! Ладно, патроны и... Здравствуйте! Ну что ты хитро такой? На! Лежи, отдыхай. Хорошо, одного патрона в голову хватает. А если она в противогазе, то как она тебя загрызла? Я не знаю, высосала бы. Она пыталась меня засосать через шапку. Судя по всему, так. Чё-то стелс не прокатил. Но он бы и не прокатил, потому что изначально... Их было больше, чем я рассчитывал. Немного. Вон еще один. Болезный ходит. Не упадешь с моста? Жуин плен. Ой, какой хороший баллон тут лежал. Как бы он здорово рванул, если бы я его заметил. Так, спирт. Че, ты меня не видишь, да? Да, и действительно, мне незаметно вообще. Ты же здесь поставлен в дозор, чтобы... Чтобы угрозу, если что... Если что, угрозу идентифицировать. А я... Я разве угроза? Нет, все-таки увидел, да? Ну, идем. Что такое? Спускайся, давай. Давай поговорим с тобой за жизнь, нет? А, ты ж тупой, я забыл. Все, ты уже забыл обо мне, наверное, да? Да ты и при жизни был тупой. А после смерти так вообще. Как валенок. О, подождите. А как я? Как я планирую тут пройти? А, надо Наташке этот расстрелять. Мега-преграду. Здесь я уже не прохожу, да? Вот. Вдвоем. Это я молодец. Ай, молодец, Бонич. Во-первых, я думал, что это взрывается. Оно не взрывается. Блин, да еще какая-то хрень. Валить надо отсюда. Валить. Спокойно. Оп. Ребят. Давайте на вот этот баллон попробуем еще раз. Боже, какая классная. А, ты все-таки перелез. Смотри-ка. Какой ты умный. Вообще плевать, да? Ладно. У меня был где-то еще один баллон. Должен был быть. Ну все, ты уже забыл обо мне. Кстати, смотрите. Прокатила фигня. Ты куда? Чуть не грызанул, падла, за ногу. Прокатила, кстати, смена оружия, присед вообще, все эти дела.
Здорово! Только не умирать, сука, только не умирать сейчас. Да я вижу, я бегу, как могу. Откуда ты-то тут взялся? Вставай, дура. Дядь Борю сейчас убьют нахрен. Бляха-муха. Да я вижу! Натали, не трави душу, богомать, а. Как что-то понять здесь? Я не врубаюсь. Второй шлюз. Натали. Натали вот здесь. Хорошо. Зараза такая, а? Да как его убить-то, я его не вижу, блин, в упор. Лишний раз этого грёбаного Карлсона. Натусь, плиз, давай. Сейчас вот нормально можешь сказать, где эта скотина? Надо его грохнуть, урода. Блин, на него сейчас все патроны изведу. Фух, как напряженно, ребят, понимаете, если эта жужелица съедает, то она уже съедает. Это ГГВП просто. Фух. Ё-моё, ну патронов-то вообще не осталось. Сколько ж я на него всадил-то, а? Нет, это правда было напряженно, я даже как-то проникся немножко. Так, где эта скотина? Так, надо его убить, просто убить спокойненько. Грохнуть. Втихаря. Вот так. Пошел у нас стелс, ребят, наконец, такой-то веке. Фух. Очень не хотелось перепроходить, ребят. Очень не хотелось. Это было бы крайне паскудно. Короче, из-за того, что я решил... Так, ну этого мы так грохнем. Короче, ладно, давайте дальше пойдем. Нет, стойте, давайте дальше все здесь обследуем, потому что мало ли что. Давайте сразу. Раз. Наталья, the sluice! Да-да-да-да-да. Да-да-да. Уже бегу. Бегу! Вот это вот вовремя. Ну, хоть немножечко патронов. Все равно надо стараться, конечно, их экономить. Ладно, работаем. Ну, вот этого товарища надо сразу один разочек. Почки. Почки верченые. Жареные уши мертвеца никто не хочет. Так, ну и вот этого, потому что в любом случае на Наташку полезет, да? Слышь? Так, такой важный ходит. О! А нет, ты тут не сворачиваешь, да?
Блин. Попал, что ли? Ты будешь вставать? Нет? Есть контакт. Все, нормально, работаем. Так, где там, что там я пройти не могу? Вот здесь, да? Да как? Ты ж сгореть должен в гиене огненной. Твою медь. Так, там сундук. Я пройду, надеюсь. Товарищи, вы тут лежите. Я по вам потопчусь даже. О! Вот это тоже очень полезная вещь. За это вам большое человеческое спасибо. А вот за то, что будет в сундуке, там, скорее всего, кандидат. Не зажимайся, не зажимайся, Наташка, работай корпусом, корпусом. Иди сюда. Со мной давай дуэль. Все, минус. Блин, патронов вообще как кот наплакал. Ну а по-другому тут никак. Три замка. Ну да, 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 да. Золотая декаль. Нам нужна золотая декалька. Жалко, конечно, что мы ту не подобрали, помните? Зато загадку решили. Подобрали какую-то ненужную хреналу, помните? Ну, не такую супер полезную, как хотелось бы. Вот оно. Ну, давайте. Золотую. Золотую. Есть контакт. Дядь Боря, такие у меня подгоны к тебе кошерные. Ты с ума сойдешь от счастья. Подождите, а вот здесь мы... Да, здесь мы пробегали. Ладно, что мы... Не тупим, Бонич. Я просто пытаюсь все обследовать и пытаюсь прям очень жестко искать каждую мелочь, потому что не хватает ресурсов в этой игре. Не хватает. Спокойно. Товарищ, не вставайте. А вот там их было два, да? Это обидно. У вас было два. И у меня осталось, ну, просто, блин, я сейчас с автомата, как со снайперки, должен лупить. А кто сказал? Еще один лежит, архаровец. Хорошо хотя бы, знаете, спасибо большое разработчикам за то, что на нас не летят стаи невидимых, ну, я даже не знаю, что это. Стаи невидимых кусков. О, блин, видите, там ништяк лежит. Вон он там лежит и молчит. Да. Как же туда выйти-то? Черт, а я одного не сагрил. И кирпичей совсем нет. Эх, мак, дерьма. Так, это должен сдохнуть. Так, ясно, но нам нужно туда все равно проверить, потому что там ништяк. Вы же не встанете, правда? Вот, спасибо вам большое. Знаете, ваше лучшее вообще качество — не вставать. Все? Это я по вам пробегусь, если что. А вот я смогу ему с моста передать? Дядь Борь! Да есть же. Да есть же. И траву, нате. Вообще все, нате. Бутылку. Так, что мы будем делать? Зажигательную или... Да, наверное, пахучий химикат. Хотя... Да, лучше бутылку-ловушку, конечно. И все, дядь Боря, отдадим. Так. Берем. Порох, кстати, блин. Лучше бы я, наверное, взрывную замутил. Хотя в некоторых случаях эта бутылка дымовая. Ой, не дымовая, а пахучий химикат тоже отлично работает. Так, Наташка вниз не может.
Боря, конечно, должен как-то прикрывать, поэтому я подбегу вот сюда. Всякий пожарный, не уверен, что... Тихо-тихо, не падай. Чувствуем себя прекрасно. Правда ведь, ребята? Нет, стоп, вот это вот лучшая позиция для обстрела. Вот она, отличная позиция. Я боюсь, что сейчас полезут. Полезут. Десятками жлобы. Дядь Борь. Блин, там тоже мигают ништяки, но вот что, как я... Странно, она их, конечно, передает через мост. Хотя, по-моему, я вроде грейдил опцию, которая увеличивает количество. Но увеличивает расстояние, с которого можно передать. А, вот так, да? Ёпс, туды. Ох, комары, я их так называю. Невидимые жирные комары. У нас столько крови, понимаете, нет, сколько они смогут высосать. Это какие-то амазонские комары. Да, естественно. В этом узком проходе ведь очень здорово, наверное, встрять на такого парня. Хорошо, что он не встал. Иначе бы мне было ГГ. Я там даже увернуться бы не смог. О, Борянчик. Борянчик. Какая Натаха, конечно, верткая. Борян, ты понимаешь, что если бы не Натаха, то ты был бы трупом? А я предлагаю посмотреть, что там за околицей, да? Кирпич! Ну, я чувствую, нас ждет. Ну, естественно, конечно. Так, есть сундук и есть дохренища народу. Просто целая гребаная тьма на... Так, этот пускай пока стоит. Блин, просто огромное столпотворение со жмурами. И вот тут вот очень нужный баллон, который... Хрен знает, пойми, от чего вообще защищает. Но здесь сундук, здесь наверняка патроны. И у Бори все-таки есть тоже уже в... Да были же патроны. А, это винтовочные. Ну, кстати, винтовочные тоже пойдут. Ладно, вращаем барабан. Блин, там столько ништяков, а я не могу спуститься. Поехали. А сколько тут всего эпизодов? Всего 4. Довольно долгие эпизоды, поэтому... В принципе, хватает, чтобы игра получилась длинной. Это уже получается, не знаю, какой стрим, если честно. В общем, довольно много трансляций мы уже провели. Как мы будем тут, конечно, разбираться с ребятами, но как-то надо. Так, спокойно, значит, что мы умеем? Мы можем... Я знаю, что мы можем. Мы можем... Она столкнет вон тот баллончик. Точно, Наташка же умеет. Она столкнет вон тот баллончик сверху, туда, вниз. Значит, для этого мы должны каким-то макаром... Борь, ты где? Ты здесь? Ты видишь, что происходит, да? А может быть, я втихаря пролезу? А вдруг? Не обязательно же его убивать. Ну, он просто мирно стоит себе. Мирно себе стоит, отдыхает человек. Зачем его вообще тревожить? Да... Это вообще игра не про убийство, это игра про дружбу, про взаимовыручку, про веселые приключения. Вот симулятор Tomb Raider немножечко подвезли. Да, я им сейчас туда его вниз. Как жахну нахрен, кишки размотаются,
по всему полу, глаза повываливаются, руки, ноги будут оторваны и валяться. Вот, ну а так игра, конечно, не про это. Даже давайте вот сюда, вот в середину. Бум, шоколака. Так, еще одна лестница. Евпатий Калаврат, да сколько же вы нам тут проблем-то понасоздавали. Борь, короче, ты понял, что делать. Наталья, see if you can get this open. Иди сюда. Поднимайся, честной народ. Спите? Ну, спите. Спите, спите. У меня будет только одна попытка. Хорош! О-хо-хо! Так, 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 попробуем вниз. Не все так хорошо, да, ребят? Все. Это было близко. Но там очень тяжело, конечно. Когда Наташки рядом нет, тяжело разбираться, где они. Ну, интересно, с какого момента мы начнем. Так хорошо забайтил. Я так был доволен этим выстрелом. Давай, Серега, удачи. 4-2. Ай, слава богу. Слава богу. А давайте попробуем просто... можно жить. Сука! Это было не очень. Это было не очень! А зачем я тут сражаюсь? А зачем ты тут сражаешься, Бонь? А ты можешь просто пойти вперед? А! Ясно. Ребят, мы... Давайте сдохнем. Уважаемые монстры, можете нам сгрохнуть? Да, пожалуйста. Приятного аппетита. Рекомендую легкие, они очень сегодня хороши. Огнетушитель там не просто так. То есть ты хочешь сказать, Матис, что огнетушитель работает на этих тварей? Серьезно? Ну, для начала я могу вообще с ними не драться. Я могу с ними не драться? А вполне может быть, кстати... Кстати, ведь эти твари, они же, ну, вы поняли, да? Ну, вы поняли, но вы же умные, не такие, как я. Так, стойте. Что-то я не вдуплил. Так, они тут валяются. Как мне пройти? Я могу пройти там, да? И спуститься могу, и там что-то открыть. Я могу, в принципе, пробежать, не сражаясь, ребят. Пробуй дымовую, поймешь. Ну, дымовая тоже хороший вариант. Но огнетушитель, я понял, в водяной взвесе, в дыму эти твари становятся видны. Это же очевидно. Маскироваться они могут только лежа зубами к стенке. Так, а если я все-таки вниз спущусь и посмотрю, что там? Так, сюда. Йоу, а тут что-то народу многовато. Ну, охренеть теперь, да?
Так, мы можем вот просто баряном пролезть. На пофигах вообще. Пробежать, забрать эту фигню и сваливать. Зачем сражаться-то? Кому оно нафиг нужно здесь сражаться? Неплохой бросок. Дядь Борь, это я у вас научилась. А что я хоть подобрал-то? Патроны. И дядь Боря закинул, не знаю, через решетку. Так. У нас нет дымовухи, у нас бутылка-ловушка, поэтому... Стреляй, дядь Борь. Стреляй! У меня больше нет кирпичей. Это ползет по мне, маленький. Так, давайте его уведем. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя туда. Да-та, чипись ты от меня. Дядь Борь! Ну давай, тебе там два выстрела сделать. Вот он, я тебе привел его. О, отлично, он там круг почета замутил. Давай. Только не сожри меня. Квазимодо. Что, серьезно? Они упали? Так, ладно. Как будем разбираться с проблемой? Так, я надеюсь, он сейчас будет очень долго лезть. Давай, как никогда. Крути. На пофигу. Давай, дура ты тупая. Давай, малолетка. Давай. Верти, вращай барабан. Как у Якубовича. А, нет. А, третья попытка. А, у меня палец уже болит. Как тебя убить-то, скотина? Тупая. Может, ты спать пойдешь, а? Где-то был кирпич наверху. Где-то был кирпич, ребята. Напоминают. А где? Стойте, я же на него смотрю. О, да. А ну, пойдем спустимся. Ты только... Да кирпич возьми ты, ядрить твою за ногу. Есть. Слава богу, не разбился. Сейчас, никуда не уходи. Ты как встал-то? Ты как встал, собака бешеная? Как ты встал? Ладно, я буду бесконечно тебя долбить кирпичом, пока ты не сдохнешь. Тварь гниющая. Вот в район головы, вот сюда, вот, пожалуйста, один раз. Есть! Попал! Я что-то не понял, как я попал. По-моему, я убил его просто техникой. Техникой ударов на расстоянии. Бесконтактный бой! Хочу! Хаджиме! И контрольный, чтобы заснул. Все, есть. Фу.
Ну да, нюклеер, конечно. Меняет позицию. Собака. Да, ты чё, дядь Борь? А, тут были просто патроны. Валим. Не нужно нам тут. Давай. Вот и все. А на кой нам тут драться-то вообще? Правильно, ребят? Молодцы. Отлично, экономим. Экономия. Ну, то есть... Она могла там все обнюхать. Ну, что там, патроны какие-нибудь валялись, да? Там мелочь пузатая была совсем. Да нет, не будем туда возвращаться. Слишком много там народу, если честно. Патроны взяли. Конечно, хорошо бы пробежаться по тому тоннелю. Может быть, там супер ништячные ништяки. Я, кстати, взял супер патроны. Да, взял. Забирай, дядь Боря, забирай. Забирай, не благодари, мужик. Ай, хорошо. Тридцаточку зарядил. В калаш-то, а? Ох, ну, на босс. К боссу я, конечно, не готов, но... Сейчас немножко полегче на душе стало. Правильно я сделал, ребят? Матис, спрашиваю тебя. Как эксперта по игре. Правильно я... Только мимо не промахнись. Фуф, это был бы самый красивый, конечно, прыжок. Десяточку бы получила уже, но, к сожалению, второй попытки бы не было. Награждение бы ты уже не увидела, так скажем. Там был сундук. Да, там был сундук. Может, вернемся? Там был сундук, ребят. Я все понял. Там был сундук. Я не могу? Борь, ты можешь. Там был сундук. Да и хрен бы с ним. Или нет? Да, но уже ничего не попишешь. Сундук был, но, к сожалению, сплыл. Блин, а прикинь, там золотая деталь. Хорошо, Бонич, ты уже ничего не можешь изменить. Просто смирись с этим. Просто смирись с этим, дружище. Просто бери патроны к пистолету, удовольствуйся малым. В принципе, можно было тех загасить. Можно было? Да, конечно, можно. Там по водной взвеси, бам-бам-бам, бутылочку им и сундук открыл. Эх, Бонич. Да как ты, сука, это делаешь? Дороги. Ну, блин, дымовуху ж на него не тратить. Ну, блин, столько патронов. Ну, ладно, 3 патрона ушло впустую. Это не так много, наверное. А может, и много. Хрен его знает. Хрен его знает, что нас ждет дальше. В общем, без патронов, без возможности вернуться, мы идем дальше. Две лестницы. Надо проверить одну, вторую. Не в сундуках счастье, нюклеер пишет. Ну, может быть, да. Может быть, счастье в том, чтобы жить. Но, а вдруг там была мега деталь, которая, без которой мы дальше просто не сдюжим. Да я удачно зашел. В принципе, по траве-то уже все нормально. Можно было и подраться. Ну, ладно, хрен с ним. Топаем.
Идешь? Старый перец. Ну что, мы уже почти. А, там две лестницы. Нет. Ты стой, и я слажу. Там две лестницы. Соответственно, там может быть какой-нибудь ништяк. Вот трусость все-таки, да, она такая. Наказуемая. Наказуемая слабость. Теперь всю жизнь буду мучиться в догадках, что же там было. Обидно. Трех жмуров и этого одну легко можно было... Ага, отлично. Одну легко можно было грохнуть. Но тут какая-то чушь будет. Да нет, там сундук, который охраняли так хорошо, там 100%. Было что-то очень-очень вкусное. Ящик винтовочных патронов, это здорово. Не знаю, что это означает. Звучит многообещающе. И как вернуться? А если я здесь сдохну, то, скорее всего, начну уже с двери, да? Ребят, коль я здесь сдохну, я же с двери начну, да мне и сдыхать-то не от кого, понимаете? Меня даже убиться невозможно. Я просто даже самоубиться не могу в этой ситуации. Жаль. Ладно, дядь Борь, мы так никогда не узнаем. Так никогда не узнаем, в чем было счастье. Иногда хочешь по стелсу, а получаешь одни убытки. Ну вот, контрольная точка. Мы выбрались. Свежий воздух. Лепота. Класс. Вечереет, смеркается. Настроение прекрасное. Кроме сундука, который там остался, больше ничего не беспокоит. Ну давай, Трезор, бери след. Дядь Борь, давай, нюхай тогда. Чё? Выследите? Не-не, дядь Борь, я с тобой. Мне чисто интересно, кто кого из вас завалит. Правильно, Натусик. Такое шоу пропускать нельзя. Какую правду она хочет знать, тоже не ясно. Мы, кстати, не нашли ни одной эмблемы. Ни одной. Так, еще. Мне с этим счастьем. Очень серьезно замок. Он здесь много пользы принес, я считаю. Может, лучше в канашку, а? Once upon a time, this must have been some kind of mine. Египетский бог, Нефертити. Мать, у тебя батя не шахтер случайно? Натали, ты тут, может, знаешь кого? Боюсь, что у нас проблемы. До сих пор стоит перед глазами этот сундук. Слезы. Слезы, скупые слезы. Что-то ящериц? А, нет. Скупые слезы наворачиваются на мои глазоньки. Но счастье уже не вернуть. Борис Николаевич, бежишь? Дядь Борь, кажется, что-то вспоминаю. Думаю, баба Леха где-то внизу. Да ладно. Естественно, у нее нет другого пути. Только вниз. Вот она и... Подсказку нам оставила. Ясно, дядь Борь. Ясно. Хорошо, заплатят. Ты главное цену назначь. Чатик умер или... Чатик отвалился или все, или вы просто засмотрелись? Ребят, напишите, пожалуйста. Наконец-то хоть что-то. Хоть первая эта доска. Эмблема вышки. Я, наверное, пропустил. Но там слишком сложно было ее, ну, их обнаруживать, потому что много жмуров. По дороге мы вот особенно... Я думаю, что знаете, где я пропустил? На локациях с пауками.
Скорее всего, там были, как где-нибудь надо было посмотреть, оглянуться, стряхнуть с себя пару-тройку тварей и найти эмблему. Я умер, отвалился. Привет, Бонечка, как прохождение? Шикарно, Вань. Как обычно. Я же качественный стример, дающий качественный контент. Но это не точно. Баба Лёха, баба Лёха, без тебя мне очень плохо. Кто это? Ух ты, смотри, старые знакомые. Блин, ненавижу. Это надо сейчас опять будет... Это надо будет опять сейчас шкириться, постоянно скрываться в стелсе. Вот зачем оно нам надо? Чтобы проще завалить, пока есть патронов дофига. Да нет, не надо, на босса оставить, Бонь. Давай сейчас магнума начни стрелять. Ты же молодец такой у нас, умеешь. Могёшь. Тут нет нигде синей штуки. Штуки-муки. Нет. Ну сейчас пойдем, чё. Сейчас я еще немножко обнюхаю. Там кирпич. А тут просто, понимаете, что это такое? Это невидимая стена. Вот такая вот нано-шахта. Что? Я не понял. Ну ладно. Походу, Сколковская невидимая стена знаменитая. Это стена, которая мешает социальному развитию. Так, ну нам понятно туда. Последний раз оглянемся, ничего не увидим. И направим свои стопы сюда. Ай, здесь хорошо. О, здесь карта есть. Порох в пороховнице. Карта района добычи. Интересно, кто добыча на этом районе. Чё? А, это сзади, да? Ну, ладно. Хрен с ним, пусть ходит. Мы его сразу грохнем. О! Классно. Тут у них забастовка прошла, походу. Не, вообще игра жутко криповая. Я вот просто снимаю шляпу. Да я понял, все, что как мне... Что мне сделать, чтобы это прекратилось? Эй, что нажать надо? Да вы что нахрен? Спасибо, очень информативная передача. Мы в жопе, Борь. Очевидно, как обычно. Будем выбираться. Единственное, что смущает. Новая бомба. Единственное, что смущает. Я, конечно, зануда, но тот самый ящик. Мне так больно об этом вспоминать. Это было изи. Я мог просто кинуть там, кинуть сям, бутылкой взорвать и... Почему, Бонич, почему ты такой трусливый? Там наверняка было супер-мега-грейд, который позволил бы мне убить сразу всех. Так, ну тут я и без Натали вижу, чё кого, да? Давайте посмотрим её скрипт. Да, довольно долго она идет. Сейчас мы ее будем выходить. Ой, вообще там путешественник. Путешественник долго блукает. Где у него там на всякий случай слабое место? Голова, ну очевидно. Не, ну патроны тратить не будем, конечно. Мы не такие идиоты. Ну хотя, если придется. Так. Все. Доброго вечерочка. Мы начинаем. Привет шахтерам.
Натуся, ты как бы смелая. Stay there. Gotcha. Ты смелая девчина, во-первых. Смотрите, шагульки куда-то идут. Есть лестница. Дядь Боль. Ну, ты понял, что делать. Follow me. Right. Давай. Ну, давай! Да ты что, издеваешься? Ладно, мы сейчас найдем что-нибудь. Не проблема. Что мы ящик не найдем? Здесь мир состоит из ящиков. Шахтеры на этих ящиках все делали. Обедали. Хранили товары. Даже размножались. Что-то я такой в себе уверенный. Так, там можно подняться на лестницу. Можно пойти по первому этажу. Но я все еще в поисках ящика. Мы запомнили это место. Иду. Никого нет. Come with me. Coming. Дядь Борь, что ты бездишь? Тут же никого нет. Ящик, к сожалению, нам не взять. Блин, а что же делать? Как же нам хочется все-таки на лестницу. Так. Понятно. И все-таки, товарищ. И все-таки, товарищ. Сможешь контейнер толкнуть на тусе? Может быть... Just stay there. Может быть, ну вы поняли, может быть там в доме что-нибудь есть, что можно поставить. Что? Ящик. Да нет тут ни хрена. Блин. Жаль. Ладно. Короче, запомним это место. Я хз просто, как туда забраться. Это не продвижение, не прелестное, чего я самая история в баре. Так, у нас в чате начались философские, диалектические полемизирования. Ну как ты? Ты подпрыгнуть не можешь. Ну ты что? Ну ты вообще тупая. Ну, натусь. Ну изично же, ё-моё. Там, правда, один сраный ящик и ничего ценного, наверное, нет. Ладно, гоу. Ну как-то отсюда взбираются. Так, может быть, наверху ящик. Может быть, наверху ящик. Что, где-нибудь, что-нибудь мы обязательно найдем. Места шикарные, я считаю, просто. Сейчас начнутся проблемы, безусловно. Во-первых, спирт. А в шахтах без спирта вообще никуда. Во-вторых, еще одна лестница наверх и ход сюда. И мега лестница вообще хрен знает куда. На другую, в другую вселенную ведет. И ящиков мы не нашли, ребят. Ты что, не можешь туда пройти? Нет, ты серьезно? Но это действительно очень сложно. Это, походу, конвейер. Это конвейер, по которому мы должны будем что-нибудь поднять. Ясно. А что поднять? Пока кроме себя поднимать нечего. Звуковое сопровождение по-прежнему доставляет. Я думаю, что вы тоже вместе со мной ощущаете этот сайлентхилловский стиль, неповторимый и изысканный, жутчайшая музыка. Наверх попадем только этим лифтом. Каким лифтом? А вот этим лифтом. А это лифт? Здорово. Рад за нас, дядь Борь. 4 зеленых травы. В следующий раз, Бонич, только попробуй засать с кем-нибудь подраться. Дурака кусок. Так, а что с лифтом не так? Вон там еще одна лестница куда-то в ад. Нет
нет тока. Генератор. Ну да, шахтеры молодцы, они умеют. Руководство генератора для включения оборудования. Что оно сгоревшее, что я читаю, истлевшую бумажку. Для включения оборудования на объекте, в том числе подъемник электрических дверей, нужно поместить генератор в следующее место. В случае пропажи выхода из строя генератора, нельзя его взять на складе с задней стороны. Перемещать ее рекомендуется на конвейерах, чтобы эта штука заработала. Что, чтобы эта штука заработала? А, ну да, придется. Отлично, я прочитал сгоревшую бумажку. Не знаю, может быть, молоком написали, пока. Пока следствие покажет в будущем. Вот лепота. Вот это да. Вот это красота. Ты где кирпич-то потеряла? Да ладно, серьезно? У дяди Бори закончились слоты? Ха-ха! У дяди Бори закончились слоты, вы понимаете? Это говорит о том, что мы разожрались немножко. Натусь, бери. И, наверное, не знаю. Дымовой порошок бери, спирт бери. Вообще все бери. А, вот так вот можно, да, было изначально. Все, дядь Борь. Ничего у нас не закончилось. Все у нас в порядке. У нас здоровая, дружная команда. Так, патроны, которые хрен достанешь в очередной раз. Вот же. Обожаю такие места. Мир лестниц, блин. Что ты не можешь слезть? Не тупи. Ладно, топаем. Питания нет. Так, там была лестница, кажется, нет? Нет. Туда залезть тоже я не представляю пока как, поэтому топаем дальше. Так, превосходно, а что, как, опять же. Да, ну здесь, я думаю, мы сможем. Давай, слезай. Милые места, конечно. Но без кирпича я бы здесь не ходил. Блин, сколько ж нам стрелять-то придется? Я даже представить боюсь. Вот так вот. 54 патрона на штурмовую. Кто бы против нас не восстал, мы ему просто щи проломим. Снова издеваются над нами синие следы, которые... А, это мы с другой стороны, да? Снова издеваются над нами синие следы. Как бы предлагаю полезть на лестницу. Не знаю, может быть, мы и можем. Но не с нашими героями, которые тупые, словно пробки. Ну что тут сложного-то? Подсадил деваху, и она пролезла. В чем проблема-то? Ребят, мне может что-нибудь объяснить? Игра реально издевается? Кстати, может быть, я того повешенного смогу сбить? Может, я зря, конечно, это сделал. А куда он упал? Пойдемте знакомиться с повешенным. Дорогой повешенный! Во-первых. А как? Не понял. О, прикольно! Я повешенного сбил. А как его... А где благодарность получить? Где грамота за него? Куда он упал вообще? Неужели я туда не вернусь? Ну это чушь какая-то. Я реально не пойму. Ну вот же. Вот и Натуся как бы тоже... Да нет, ну тут надо что-то двигать. Куда-то какой-то ящик, я не знаю. Ну что это за издевательство? Опять ноги, опять мы... Ладно, видимо, все потом. Видимо, все... Так, вижу. А, это мертвец или... Это, видимо, сбил кто-то еще одного повешенного.
Что это? Это какой-то червяк. Господи, это какая-то скалопендра, ребят. Что-то я не горю желанием с ней знакомиться. Так, можно пролезть сюда. Вниз пока не идем. Я вижу скалопендру. Я вижу винтовочные патроны. Может быть, конечно, эта скалопендра убивается с ножа, и я зря переживаю, но что-то как-то крипово опять. Больше ничего нет. А, вот бутылочку оставили. Так. Ты что? Ты не можешь передать? Ты серьезно? Твою мать. Нет, ну бутылку нужно подобрать. Ребят, напишите, скалопендра как вообще? Ну, в смысле, я не имею в виду, она вкусная или нет. Я имею в виду... Так, бутылку. За бутылочкой назад. Она легко гасится или нет? Потому что я, судя по всему, ее не... Так, ну дымовую делать не хочу. Хочу сделать такую... У нас порох от дохренилиард вообще. Надо взрывные делать. Коктейль Молотова еще никто не выпивал до дна. Дымовух дофига. Я не знаю, зачем я это все с собой таскаю. Жгуты пока есть. Ну вот я думаю, сейчас мы и познакомимся со скалопендрой и поймем, с чем ее едят. Я вижу ее, вижу. Давайте смотреть. Хотя, честно говоря, смотреть-то и не очень хочется. А если я в нее разочек? Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Охренеть! У нее там логово, ребят. И нам кажется туда. Здорово. Здорово. Натусь, может обойдем? Да ладно, что, милая животина. Я уверен. Совершенно. Сейчас мы ей парочку коктейлей дадим поесть. Зажигательная бомба, взрывная. Ну, порошок вообще больше не с чем сочетать. Да ровно как и пахучий химикат тоже, да? Дезинфицирующая, кстати. Вот давайте. Раз у нас пошла такая пьянка, то дезинфицирующая для вытирания слизи. Будут нас плеваться или нет, я не знаю, но сделать надо. Ну и бутылку по-прежнему с порошком. Не знаю, взрывная бутылка, она отлично гасит. Чё там? Чё там за звук? Вух-вух-вух-вух-вух, как будто Тимати новый трек записывает. Вух-вух-вух-вух. Или как будто Бузова поет. Вух-вух-вух. Хотя нет, зачем я оскорбляю звук? Ладно, нам к скалопендре очевидно. Да-да-да, я понял. Уважаемая скалопендра, мы сейчас придем. Вы не уползайте только далеко, пожалуйста. Мы на минуточку. This one's dead too. Кто? А, в смысле генератор? Я. Это же эскалатор, он был изначально мертвым. Борь, у тебя какая-то проблема с идентификацией одушевленных и неодушевленных существ. О! Зырьте. Зырьчо. Gotcha. Пойду разберусь. А что делать? Блин, а с другой стороны, нафиг он нужен? Пускай бродит.
А с третьей стороны, это кто вообще? Это руки-базуки или нет? Ну, то есть, а ну, где у него слабое место? Давайте его завалим, патронов слишком много. Где там этот? Ух ты! А чё это у вас так много-то? Ёшкин. Так, ну тут я не справлюсь, кстати. Агрим обоих. Наташка, молодец, ты в него так кирпичом по-свойски засандалила. Так. А второго мы уже как бы да. Сейчас будем оприходовать. Четко работаем, конечно. Вот у нас команда. Команда Альфа, блин. Да, надо было огненный. Ураборос ты имеешь в виду. Блин, надо, конечно, было действительно делать огненный. А я считаю... Ох, израсходовал бутылки неверно. Так. Я не вижу нифига. Тихо-тихо, вот он обратно пойдет. И я развернусь. Вот он, красавчик. Идет. Насвистывает. По холодку. Добрый вечер! Извините! Кошелька не найдется? Ну или что-нибудь, что ты там носишь? Так, ладно. Это, наверное, полезно. Полезно мы сделали, потому что... Они бы полезли на нас как-нибудь. Слушайте, ну почему я не могу, например, запрыгнуть вот сюда? Что за жизнь такая пошла? Ты спецназовец, ты не можешь на контейнер запрыгнуть. Тебе нужно просто ухватиться своими руками и все. Давай его просто вскроем, нет? Нет, ладно, хорошо. Follow me. Пошли, Натусь. Ну, нам сюда как бы надо, да, по лору. О, тут верстак, кстати. Это раз. Во-вторых, вон еще куча всего. Поэтому давайте не будем. Вот в эту дверь еще тоже зайдем. Ну так. Это ж просто домик. О. Вы это слышите? Так, здесь кто-то... Здесь кто-то разлагается. Медленно. Но верно. О, заработало. Ура! Заработало! Так, мы включили один генератор. И привлекли, наверное, целую толпу этих тварей. Ладно, бакланы, выходи по одному. Не, все нормально. Ладно. Нормальные пацаны всегда заходят через окно. Кстати. Наташка, а чё ты не посмотрела? Там, может, там действительно есть что? Да 100% есть. Ты, я же сказал тебе, дядь Борь, стой там. Ну что ты такой... Я взрослая, почти уже женщина. Я уже повидала больше, чем 99% баб. В своей жизни. Ага. Это можно прокатиться туда. Ясно, понятно. Че ты не можешь меня одно оставить? Смотри, я перепрыгиваю. Оп, чика-брика. Come with me. Ну ладно, Coming. Давай. Раз, два, три. Спирт, есть контакт. Ну, прибережем под бутылочку. Все
Что, больше ничего? Нет, ящик, ящик. Стол. Дядь Боря, ну хоть ты разберись. Ну ящик же. Черт. Как обычно, игра тральбасит. О, урон уровень 4. 4, ребята. Кстати, у этой штуки 85, у этой 87-50. Ну, примерно та же самая. Скорострельность 7-50, емкость 30, емкость 60. Это чисто по емкости, да, калаш хорош. Большая емкость облегчает использование. Пистолет 100, это 70. Это 650. Кольт. Можно на кольт урон засандалить и по боссам долбить. Ну, давайте попробуем, кстати. Сколько теперь кольт лупит? 1300. Ай, на-не-на-не. Ну, патронов маловато. А это 650. А урон X4. А ну давайте посмотрим, сколько эта штука будет лупить. Так, а если я на эту 1300, а это 950. Она мочит сильнее кольта, но у нас патронов на нее больше. Вот в чем тема. Кольт, конечно, 1300 хреначит, но винтовка 900, 950, понимаете? С другой стороны, я даже не знаю, что лучше. А с другой стороны, если мы эту фигню навертим на пистолет, он сотки сразу сколько начнет хреначить? 180. Не, не так много. Не. В два раза всего. Не, ну в смысле, почти в два раза. Ну, в два раза почти что, но все-таки винтовка в два раза — это значительно более существенный урон. Конечно, давайте на винтовку. Патронов у нас на нее дофига. Ну, 12 патронов, знаете, по 900. Это милое дело вообще. Так, что пишут? Здесь гора трупов продолжает расти. Их слишком много. Боже, что мы наделали. Последние слова Ирки, кстати. Эта женщина, Леха, она не спасать нас пришла. Она пришла нас уничтожить. Мой отец с самого начала был прав. Ей нужно лишь создавать монстров, а люди пусть умирают. Все это время мы ей помогали. Как можно было быть такими тупыми? А потом ее еще на четвертый срок выбрали. А, это я о своем. Она нам всем что-то ввела, что именно не знаю, но люди начинают чесаться, а потом тела разваливаются на части, на последней стадии наступает слепота. Ну, когда ты развалился на части, наверное, слепота уже не так страшна. Это лишь вопрос времени для меня тоже. Ох, папа, жаль, что тебя здесь нет. Хотелось бы с тобой видеться. Острову конец, тут не осталось ничего, кроме смерти. Не знаю, сколько мне осталось, вряд ли много. В ногах странное ощущение. Чешусь в глазах, все пылает, суставы болят. Боже, помоги. А батя в это время был, ну, буквально в 10 метрах. Ну, по сути, ну, не в 10 метрах, но там пройти можно было довольно элементарно. До папки там. Да, беда. Вообще надо папу слушаться. Вот что я вам скажу. Не ползать по всяким шахтам. Ну ладно, ребят, я думаю, нам пора познакомиться с каракатицей, с чем там ее едят. Must have been a power switch for the conveyor belt. Ну пойдем. А, вот нам это и показывали, кстати. Да, неплохо у нее тут, конечно, склад, промсклад с продовольствием замечательный. Так, Натали берет кирпич. Я думаю, скриптанется, как только мы куда-то дойдем до какого-то определенного момента. Ну и, ребят, скажите сразу, посоветуйте, чем мочить. Я, может быть, просто на нее бутылку потрачу, ибо бутылок довольно много. Не так уж много. Посмотрим, что умеет.
А, там генератор нам его включать в любом случае. Да. А, тут смысла нету никакого. Ну давай. Пора узнать, кто-то такое. Что-то такое. Слышь? Жучиха. Я знаю, ты здесь. God, what a mess. Да чё, нормально? Просто грабли кто-то. Просто грабли кто-то сбросил в кучу делов-то. Ой, вот это здорово. Это же винтовочные, это которые, да. Это которые, да. Да, все в слизи. Кстати, хорошо, что она, походу, слизлю. Слизлю. Вот скрипт непонятен, что она умеет. Это источник питания, может пригодиться. Так, ну когда же она уже... Так, подождите. Во-первых. Источник питания нужно отсюда. Да, это хрень питала этот цех. Оно нам не надо. Я жду каракатицу. Где ты, детка? Это раз. Во-вторых, давать туалетную бумагу. Мне сюда. В-третьих, натуйся. Посмотри, может, что есть. Раз уж пошла такая... Такая пьянка, да? Я думал, мы сразу тут у нас встретят. Начнется жаркая бойня. А тут как-то все... Как-то все тривиально. Наверху хочу еще посмотреть. Огонь бы очень помог, но его у тебя нет. Огонь, да? Значит, огонь. Огонь. Ну, у меня есть теперь... У меня спирта дофига, бутылок нету, да? Жалко, что их нельзя разбирать обратно. Я Вася. Прохожу идеально, что уж тут сказать. Так, поехал. Берем кирпич. Это генератор, кстати, да, если я не ошибаюсь. Ну, я думаю, что сейчас какой-то замес начнется, потому что, ну, а как? Хрена connecting people. Лови. Бляха-муха, куда ты залез, Барян? Ё-моё, ё-моё, нет. Блин, я залез какой-то грёбаный. Сука, тупик, я не смог влево мансануть. Ну игра, ну ты зачем так троллишь-то, а? Ну ты рофлишь, что ли? Ладно, это довольно здоровая хрень. Я даже не знаю. Давайте попробуем со снайперской её замочить. Просто будем мочить со снайперской, да? Тут все нужно заново теперь, да? Игра, ну ты просто рафляная, конечно. Да куда ты полез? Я зашел там в тупик, и я нажимаю уклон влево, а он не нажимается, представляете? Это было довольно обидно. Поехал. Ладно, Бонич, давай, поехали.
можем просто уйти? Шикарно, блин, кидаю, конечно. Найс, винтовочка. А, еще подзарядиться, молодец. Здоровая хрень, да? А вот он опять сюда зашел, придурка кусок. Наташ, ты куда? Не бросай меня, пожалуйста. Спасибо. Общие скрипты понятны, но Боря, конечно, мудак. Почему он так перезаряжает винтовку, я не знаю. Ладно, попробуем ей влупить с винтовки по максимуму. Нет, не с винтовки, короче, коктейль этот. Ну, слушайте, она здоровая, блин. Что-то винтовка не помогает, конечно, с магнума можно, но я, честно говоря. А давайте попробуем просто, да и хрен бы с ним. Когда у нас не будет патронов на магнум, мы, наверное, скорее их найдем. Главное попадать еще надо, куда надо, куда следует. Ну иди сюда, тварь. Ну ты чё, дурак? Блять, как ты можешь промахнуться-то, а? Да ты серьезно? Ну вот ты правда, ты не шутишь? Ты просрал все бутылки, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, бля. Ладно, ребят, я, кажется, уже устал. Это просто жесть. Герой тупит. А почему мы вообще с ней должны с ней драться? Мы не можем уйти? Сейчас у нас будет попытка просто свалить оттуда. Хотя бы на открытую местность выйти, там, где можно ее покатить. Тебе не кажется странным, что пистолет мощнее винтовки? Ну, блин, Магнум, это ж Desert Eagle, ё-моё. Я попробую сейчас раскатить и просто выйти. А вдруг? Конечно, это вряд ли получится. Она несложная, просто стрелять в нее там, она постоянно поворачивается этой жопой. И я не понимаю, как попадать бутылками, это просто, ну, игра рофлит. Ясно. Ну не катится. Сука. На то есть ты не можешь не стоять, пожалуйста, тут над душой. Есть контакт.
Ну, в принципе, малыми силами завалили, кстати. Мы не завалили, да? Мы завалили. Ну, по крайней мере, отправили погулять. И магнум сохранили, в принципе. Слушайте, мы реально почти ничего не потратили, только винтовки чуть-чуть. Да пару бутылок нам нафиг не нужных. Как выяснилось. Весело. Интересно. Здорово. Молодцы. Хорошо придумали. Теперь я понимаю, почему шахтерам платят так. Хотел сказать много, но вспомнил, что нет. А выйти-то как отсюда? Может быть на этой... Во-первых, у нас там есть ништяк. Во-вторых, у нас там есть вот такие штуки. В-третьих, мы, наверное, можем через окно. Ну, а она себе позволила через окно выйти, почему мы не можем? В-четвертых, нет, сюда мы не можем. Ну все, валим. Окошко. Фуф. Прекрасно. Одна огненная бомба полностью читает все щупальца монстра, кроме клешни. Тем самым очень сильно мчается с него по центру. Понимаешь, что подсказка, но все же хард. Да, понял. Да не, ну я понял. Здесь я бы это, я думаю, установил и так, Матис. Огненный. Очевидно, что... Блин, ты что, не можешь спрыгнуть? Ты что, совсем? Ты тугой? Очевидно, что надо стрелять огненными бомбами, потому что там эти бродят опять с язвами на рвы. Ну, серьезно, и вы ты... Ребят, ну объясните мне кто-нибудь, дураку, ну как ее взять-то? А тут теперь заклинило, да? Ну очевидно, ящик же упал. Сейчас мы на ящик, конечно. Бонни. Действительно, дураку. Я спину потяну, если потащу эту штуку до лифта. Да не бзди. Ты предлагаешь Наташке потащить? Боюсь, что не доросла еще. Давай, ты здоровый, взрослый. Верзила, блин. Давай, давай. Это магнум. Я надеюсь, что это магнум. К штурмовой винтовке! Ну, хотя ладно, чего я еще ожидал? Чего я еще ожидал? Да, хорошо, что я сделал грейд именно на штурм, на такую винтовку снайперскую. Потащили. Гоу. Знаете почему? Ну, очевидно, потому что снайперка... Блин, я чувствую, что я не пройду сегодня до конца эту локацию. Слишком долго идти. Потому что снайперка, она... Так, это надо наверх как-то за... Да, по лестнице. Все-таки в снайперке патронов больше. Конечно, магнум это всегда приятно, но... Пожалуй, оставим снайперскую. Будем делать огненные. Вообще, конечно, бы сильно облегчил себе жизнь. Если бы изначально все делал правильно. Так. Вот, кстати, на этот ящик тоже надо залезть, на этот контейнер. Падай уже. Отлично. Да нет. Так, во-первых, нам сюда. Ну, теперь понятно, мы теперь все ништяки соберем. Таким вот незамысловатым образом. Кстати, вот туда надо поставить его, да, попробовать. И запустить какую-то дверь. Да нет, ну, Борь, ну, что ты такой тупенький-то, а? Да ну просто залезь на него. Так, вот сюда вот если поставим, вот этот ящик можем пронести сюда, этот также можем взять вот здесь вот ящик. Короче, да, мы тут с помощью одного ящика можем, ну реально обнести нахрен все, что шевелится. Вон там вот порох, кстати. Ну нафиг нам не нужно, если честно. Вот сюда вот можем поставить, и эта дверь откроется, скорее всего, да?
Ну, жду я, когда на нас нападут еще какие-нибудь скалопендры. Так. Лестница. Господи, дядь... Бонич, зачем ты обманываешь себя? Это не дядь Боря, это ты тупой. И лезть нужно, наверное, Наташка. Почему? Да потому что ты увидишь, может, еще что-нибудь дополнительное. Имею же привычку лазить Наташкой. Вроде ничего путного. На лестницу. Шнель. Мы еще можем, да, ящик туда поставить и запустить генератор, но и лестницу-то обнести нужно. И там еще жмур откуда-то упал, вы помните? Было дело. О! Отдыхает товарищ, может... Может не будем мешать? А может быть и помешаем. Он же все равно к нам полезет, да? Ну что его грохнуть здесь? Он тем более ха, на лифте лежит. Лифтер, ё-моё! Конечно, в запое лифт не работает уже полгода. Я, пожалуй, сделаю это. Ну, я надеюсь, что я сейчас... Ну, серьезно? Он не умирает, что ли? Ну, один раз еще. Да, он просто мертвецкий пьян. Судя по всему, запой длится уже не первую неделю. Блин. Выстрел из пистолета в ногу не разбудил. Чего вы хотите? Ну, как работают, так и зарабатывают, да? О, вот оно, покойничек. Так, подожди. Тихо, тихо, тихо. Отдай мне мой пистолет. И так, товарищи, СВДХа. Ну, я не знаю. Надо пойти проверить. Натусик, постой, посторожи, чтобы он не ушел. Бонич, ты знаешь, что делать. Не, ну СВДХа же, ребят. Я быстро. Я мыгом. Давай, Nuclear Cap. Да я уже тоже скоро заканчиваю, ребят. СВДХа. Вы понимаете, как это здорово и прекрасно. Мы проверим убойную силу на винтинг-грейды. Калаш, СВДХа. Ну, Боря теперь, знаете, может пообщаться со всеми. Так, это что такое? Огневая мощь 500. А этой штуки 950. Скоро конец эпизода, пишу написано. Неизвестный. Поддержал канал на 750,00. Большое спасибо, неизвестный. За Warcraft. Ох, будем возвращать неизвестный, если так надо. Будем поигрывать. Так, 650, а это... С четверным уроном? А, это 500. Это 650, это 500. А что у этой лучше? Скорострельность? На 150 дамага больше. Только я не понял, почему грейд-то не сработал. Это она без грейда такая. Так, стойте, товарищи. Скорострельность 0,60, емкость 5. Тут емкость 10, скорострельность побольше. Да, быстрее стреляет. Ну, мощь огневая поменьше. И вот я навешиваю. 650? Ты чё, издеваешься? Да, что-то я рано радовался. Да нафиг такую СВДХу, если честно. Как мне их поменять-то?
Ребят, как поменять? Переключить. А, вот так вот, да? Не-не-не-не-не-не-не. Идите вы, знаете, с такими СВДхами. Мне тут нужен дамаг, а не ворон пугать, блин. Воздушка. Вот это дамаг, понимаете? 950. 950. И все, и орехи сразу отваливаются мгновенно. Штурмовая винтовка 85 damage, а здесь 87. Но это с уроном. Но тут, конечно, скорострельность одинаковая. Просто патронов больше. Тупо она, ей легче, конечно, управлять. Ладно, все, забили, проехали. Я что-то рано радовался. Я думал, но я что-то помнил. Я помнил еще где-то по урокам. По древним урокам Counter-Strike, что и PUBG, что СВД не так мощнее, не так мощна, как обычные винтовки. Или какого PUBG? Я же PUBG не играл. Где это? Откуда я это помню? Я что-то такое проходил. Just stay there. Ой, в смысле? Follow me. Вот, я что-то такое помню. Вообще, девочки, лазать по таким руинам не стоит. Высоко же, хотя... Родителей пусть о тебе заботятся. Мне пофигу. Я тебе не отец. Так, заработало. И что? Что заработало? Куда мы теперь можем? Вот эту хрень мы можем нажать. И ворота откроются, да? Нет? Что произошло? Непонятно. Но очевидно, кто-то должен стоять тут, а кто-то должен лезть туда. Очевидно, что это должна быть Натуся. Потому что она может, если что, еще и разведать какую-нибудь шнягу. А, их нужно одновременно. Я понял. Да, да, Натуся. Just stay there. В смысле, I can't? Стой, я сказала. Одновременно с барином нужно это сделать. Кирпич нет, мы с этим кирпичом туда не пролезем. Он увидел дамаг своей СВДхи. Ну, скорее всего, да. И понял, что это не СВДха, а кусок. Ой-ой-ой-ой-ой. И чё? А, ворота открылись. Господи, зачем так шуметь-то, ё-моё? Как же стрёмно. Вон, все птицы слетелись. Не надо так пугать. Ребята. У меня, если что, пуха на 950. Не советую вам разговаривать со мной в директивном тоне. Понятно вам, кто бы вы там ни были, чем бы вы ни занимались? Иди сюда. Так, этот хрен лазает там. Это не страшно. А как нам ящик взять? Если мы возьмем ящик, то наверняка ворота закроются, да? Нет? Ладно, пофигу. Ну, надо туда пролезть. На него вообще пофигу. Тут два... Тут как бы ништяки. А, ты, может быть, вообще не... Нет, ты внутри. И внутри. Хорошо, ладно, пойдемте наверх. Мне кажется, что сейчас можно уже ящик убирать, потому что эти ворота открылись навсегда. Ну, может быть, ящик придется тащить еще откуда-то. Это пофигу. Там придется драться, скорее всего, потому что, ну, мы не сможем застелсить. Скрытно не пройти. Блин, я узнаю эту слюну. Лучше бы это был чужой, если честно. А, это мы здесь уже были. Подождите, а как так-то? Я что-то не вкурил. Ну да, мы здесь уже были. Мы просто притащили ящик, Бонь. Конечно.
Так, ну все, тогда... Тогда нам нужно пробовать с ящиком эту историю. Ну-ка, гоу. Я просто попробую. Дядь Боря. Я сама. Они не закроются уже, да? Если сейчас мне по башке, конечно, треснет ворот. Нет, нормально. Я так и думал. Ну, с этим придется драться, кстати. А можно вообще туда не заходить? Нет, туда надо заходить. Там же а там закрыто было с другой стороны. И, скорее всего, теперь уже открыто. А что тут... Что ты лезешь-то без кирпича? Дай взрослому это сделать. Как вот так на одном ящике. А, вот он вход. Ну-ка. Давай, дитятко. Сейчас посмотрим, кто в теремочке живет. Можно ее, в принципе, замочить. Итак. А, нет, нельзя. Там очень узкое пространство. Пространство. Ладно, это нужно делать барином. Барян. Да, можно. Все, мы справимся. Так, вот он идет. И как только он... Вот здесь вот сейчас повернется. Сука, надо было раньше, да? Ну здорово, блин! Классно подрались. Да. Так себе прошел по стелсу. Ладно, у нас до хрена замазок. Блин. Привет, Саня. Господи, Бонич, ну почему ты не можешь просто... Эх, ладно. Мы немного потратили. Хочу я себя оправдать как-то. У нас очень много патронов, у нас много всего. Мы прекрасно себя чувствуем. У нас нет бутылок, но... У нас много аптечек и... Да бог с ним. Одной больше, одной меньше. Плевать вообще. Во-первых, Сим-Сим, откройся. Там наверх нужно, наверное, да? Сейчас меня будет немножко смущать, а так... Да блин, ну травы дофига. Я думаю, что я еще один удар выдержу. Побегаю так. Побегаю так, ребята. Барян там мужик крепкий, один напас выдержит. Конечно, это нужно было спокойненько в стиле Хитмана убивать. Что это? О, вот это вот, конечно, спасибо за подгон. И сразу же немедленно сочетаем со спиртом. Есть зажигательная бомба, ловить отборь. На всякий пожарный. Да не, нормально. Жить будем. Бутылка эта... Тоже нафиг нам не нужно. О, а как ящик сюда притаранит, а, ребят? Да как возьму, да? Нет, стоп. А, через дверь, конечно. Just stay there. Конечно, через дверь. Блин, какой же я... Ладно, все будет чуть красноватое, но хилиться не... Нет, нет, дядь Борь, не надо, пожалуйста. Не повторяй ошибок молодости. Просто пойдем. Мы, можно сказать, играем в симулятор Супер Марио. Он тоже там с ящиками расправлялся. Или нет, кто там с ящиками расправлялся? Какой перс? Все, давай, удачного пути тебе, ящичек. Надеюсь, что это не Почта России, иначе хрен мы его больше увидим.
Куда он поехал? Так, вижу. А, и вот здесь он. Так, и на лифте еще скалопендра одна. А где у нее слабое место? А, хрен его знает. Follow me. Так, ну что, пора лифтера вызывать. Так, лифтер, лифтер, лифтер. Зажигательной бомбой в него бросать не будем. Взяли. Как говорится, пернули, подняли, да? Тут по лестнице, кажется. Но могу ошибаться. А, ну да, это надо на лифт засандалить. Ну, сейчас с лифтером поговорим. Он приедет сюда. Как дела? Так, где у тебя там слабое место? Может, я зажигательную сбросить одну? Сразу. Да я вижу. Ну, по-моему, в башке. Если я не ошибаюсь. Так он уже упал. Уже скалопендры, кстати. Ага, вот он. Можно вбейтить скалопендру на Наташку. Я, наверное, так и сделаю. Так, ты там вообще стой. Ты взрослая девушка. Ты же не боишься? Вот и стой там. Сражайся, так сказать. Блин, а что, нам придется вот на лифте с ним кататься, что ли? Я не согласен. Короче. Делаем так. Дядь Борь, ты у нас парень бравый. Идешь наверх. И садишься в засаду. Наташка, ты у нас приманка. А, хрен там, да? Так, ну и что? Никак, да? Ладно, это была хорошая идея. Может, и так получится. Да плевать ему вообще! На наши пули. Мы поедем сегодня, нет? Что надо сделать, чтобы оно приехало? А вот вызвать его, возможно, будет. Нет? А, вот, нажать. Так. Идея по-прежнему та же. Мы работаем, возвращаемся к хорошему плану, чертовски мощному. Мы ему сначала так, потом так. И не бойся, Наташка, я попаду. Обещаю. Что, мавка? Ладно. Эй, ты должен гореть! Это был отличный план. Чертовски охрененный план. Если я все правильно понял. Верный, блин, как... Найс. Поехали. Ладно, бывает. И на спецназовца бывает проруха. Надежный, блин, план-то был. Ну давай, только не сейчас. Так, я беру винтовку. Что? Так, ну ясно, понятно, короче. И как вы предлагаете этот вопрос решать? А, ну понятно. И здесь, в общем-то, тоже все очевидно. Дядь Борь, подвинься. Ладно, хрен с ним, я первым пойду. Здорово. Симулятор Хитмана или Assassin's Creed, наверное, скорее.
Шикарно придумали разрабы. Я бы Наташкой пошел, наверняка ж ништяки пропускаю. Кто-то наверняка ставил на этих жестяных листах в 80 километрах над землей что-нибудь полезное. Такого ж не может быть, чтоб не оставил, правда? Дядь Борь. Дай, я пойду первым. Может, порох и в ящик складывать? Ну что, мы уже близко. Сим-сим, откройся. Ой. Да, ты серьезно? Монстр? Да не может того быть. Так, где у вас на всякий случай? У тебя в башке, у тебя в ноге. Как же это все плохо. Может, они упадут? Но я не смогу одного... Нет, одного... Эх, Бонич, вот где бы пригодилось, конечно. Ну, вы поняли. А, их можно скриптонуть. Смотрите. Just stay there. Okay. Их можно скриптонуть. Он идет прямо сюда. Когда он уходит. Он что-то прямо сюда идет. Вот он начинает разворачиваться. Сука, не будет второго шанса. Да сука, ну почему? Умеешь бегать, Наташка? Бежала б ты отсюда, детка. Сука, не та нога. Ну вот, пригодились патроны. Блин, на автомат, твою мать. Отлично пострелял. Что ж я такой мастер стелса-то? Ну посмотрите, сколько я просрал патронов на автомат. И что, и ногу перепутал. Ну правильно, она же видела с той стороны. Для нее это левая, для меня это правая была. Чуть-чуть не доигрываю, да? Так. Не ошибиться со скриптом. Вот что сейчас развернется в любой момент, паскудник. Я буду смотреть, я все. Я буду как паук выслеживать добычу. Так, пошел туда. Довольно долго идет. Еще идет. Опять идет. Совсем идет. Исчез. Их можно было замочить каждого по отдельности. Ну. Ай. Да не, патроны-то есть. Патроны-то есть, мозгов нету, блин. Ладно, сейчас пойду. А ты что, скрипт меняешь? Да ты чё? Ты чё? Да, там походу, вы знаете, никаких скриптов не было. Скрипт был как раз в том, что он в любом случае бы меня там принял. Ну все, Натусь, твое пришло твое время, обыскивай. Не, ну вы видели, да? Он просто паскудник развернулся самым наглым образом, вообще без вариантов.
не оставил мне, так сказать, ни одного экзистенциального шанса. А нам туда нельзя? Зараза. Ладно, на пистолет патроны нашли. Да сейчас нормально все будет. Сейчас будет все. Где ящик-то? Вот надо еще раз его ставить. Надеюсь, это последняя дверь. Матис, там серьезно немножко осталось? Или я ливаю? Потому что время уже. Записка об утилизации трупов. Сегодня через нас прошло много тел, больше, чем обычно. Испытание вируса Т-Фобос, способный истощить наш резерв испытуемых. Все за 3 дня мы израсходовали 30 тел. Мы только то и делаем, что складываем их в мешки и сбрасываем в яму. Вот развели антисанитарию. Свиноты. Осталось еще раз эту хрень убить. Дымовуха. Ну, блин, не то, все не то. Ладно, бери ящик, пойдем. Ладно, справимся, ребята, справимся. Идем на харде, все хорошо. О! Серьезно? Да вы серьезно? Бежала ты за мной, дура. Это вы чё? Это вы чё? Вы серьезно? Вы... Наташ, да какого хрена происходит-то? Да вы чё, ну вы, ребят, вы совсем? Да это издевательство. Их трое, вы понимаете? Я буду всю жизнь помнить ту бутылку, которую я бросил в того чувака. Это ГГ. Просто берешь за барьер ящик, сбьешь по правой стене и ставишь в ячейку, не обращая внимания, когда камера на босса перенесется. Ладно, провизорус, попробуем. Потому что времени уже не осталось. Но я тут понимаю, что драться с ними вообще никакого смысла нет. Just stay there. Okay. Знаете, что мы сделаем? Monster! Завали. Блин, опять их убивать полчаса. Ну вы чё, ну серьезно. Ладно, эта тварь сейчас развернется, я буду гасить. Все можно было сделать. Короче, я сейчас загашу этих товарищей. Возьму ящик. Пробегу над усиком до двери и на пофигу, наверное, да? На пофигу, наверное. Тут, я понял, главное ящик не тащить. Понесешь по правой стене, ставишь ячейку, не обращай внимания, когда камень. Ну да, они не должны меня загасить. Давай уже быстрее. Просто пойдем по правой стене и поставим. Ладно, так уже лучше. Значит, вот тут дверь. Вот тут, соответственно, ага. Ну, нужно Борька это делать, конечно. Наташка с улицы Симашка. Короче, идешь к дверям. Лутаем.
Лута довольно много, но ты идешь к дверям. А тут что-нибудь нажимать надо? Да нет, Борька поставит и сразу нажмет, я думаю. Надо фастом это сделать, просто на пофигу и все. Ну а чего вы ожидали? Там он еще ящик. Что-то много ящиков. Как же не хватает сейчас этих бутылок, да? Там он еще Наташка может взять, был лут. Подождите, а вот же ящик, а как я его? Патроны к пистолету. Ясно. Ну, короче, понесем сейчас. А может быть, нам удастся его как-нибудь сбросить? Да нет, ну куда? Как ты его сбросишь? Ну, пробуем, короче. Знаете, включаем дурака и несем просто. Интересно, как это будет выглядеть. Идем по правой стене. А, охренеть, он прямо на моем пути. Ты издеваешься? Ты издеваешься? По какой нахер правой стене он прямо на моем... Спасибо, блядь, провизорус. По правой стене. Действительно, по правой стене лучше всего идти, конечно. А как надо было сделать? Ну, правая стена это та, которая справа. Меня так учили. Just stay there. Okay. Может быть, я, конечно, не прав. Monster! Зачем ты к нему лицом повернулся? В смысле, а как к нему поворачиваться, чем? А чем? Просто обходи его слева и не поворачивайся к нему боком. Ты сбавил скорость, просто проходи мимо. Слева? А куда смотреть, в какую сторону? Я не совсем понимаю, куда мне смотреть. Как мимо. Я что-то, конечно, я не вкуриваю, но сейчас попробуем. Просто обходи его слева и не поворачивайся к нему боком. А как его обойти слева, если не поворачиваться к нему боком? Так. Но мне требуется объяснение. Мне требуется объяснение, как это проходи слева и не поворачивайся боком. Я что-то решительно не понимаю. Решительно не понимаю. Енто как? Блин, очень... Ох, патроны Магнум. Как же хочется сейчас пройти это дерьмо. Вот прям сейчас, а? Может, с Магнума их захерачить? Пока Магнум есть. Но я не уверен, что... Босс прыгает, ты все равно движешься прямо, обходишь... его слева, не двигайся боком. То есть ты как бы по диагонали идешь. Сейчас мы это проверим. Ну, в смысле, не проверим, а сейчас мы это попробуем отрепетировать.
Так, ну что, вы готовы отрепетировать? Значит, я беру ящик такой, да? Веселый парень. Несу вот так вот, несу. Вот тут он... Так, ну книжку прочитаем. Вот так вот несу. Вот тут он спрыгивает, где-то вот, вот здесь он. Вот, вот тут он спрыгивает. И что я делаю? Но если он сагрится на Наташку, он ее загасит просто, понимаете? Не двигай, то есть вот так вот не двигаться. Я вот так вот несу, он прыгает, и я вот так вот, смотря вниз, вот так вот обхожу его. Но это что-то очень сомнительно выглядит. То есть вот, вот просто вот так вот несу. Вот так вот, да? Может захерачить их всех. Follow me. А то зачем нам магнум, ребят? Магнум и штурмовая. Я несу. Эти выбегают. Ну вот, блин, были бы бомбы, конечно. Были бы зажигательные, просто на изичах бы прошли. Вообще, конечно, это трики прием, но ничего сложного. Ну, пробуем еще раз. Ребят, это не работает. Слишком геморно переначинать заново, поэтому давайте на сегодня, наверное, заканчивать. И на следующей трансляции мы все это дело повторим. Пипец, конечно. Просто веселуха. Я думаю, наоборот, попробовать пройти с левой стороны. Он прыгнет, он пока до меня дойдет. Пока до меня дойдет, я смогу. Не надо сгонять себя, узкий проход, откуда нет выхода. Может, их всех сагрить, а потом просто... Ну, ладно, там много разных вариантов есть. Мы можем их всех сагрить с ящиком, донести и бросить ящик, пробежать, оббежать, взять ящик и поставить, в принципе, не сражаясь. Это реально сделать, но просто уже траить нет сил. Давайте тогда отложим на следующий раз. По-моему, было очень весело. Сегодня прошли довольно бодро. Но надо идти отдыхать. У меня завтра мероприятие в 9 утра, поэтому нужно знать меру. А так, спасибо большое всем, ребят, за то, что смотрели. Это было жестко, местами весело, местами крипово, игра прекрасная, продолжает радовать лично меня, не знаю, надеюсь и вас тоже. Ну а так, запись ловите на YouTube, как обычно. Кстати, ребят, очень большая просьба, Good Game, не расходитесь. Зайдите, пожалуйста, во вкладку видео, вкладку самые свежие, я там выложил, во-первых, вчерашнее прохождение, надо заплюсовать. Надо же заплюсовать, тут два плюса осталось буквально. Кидаю вам это дело. Ставьте, пожалуйста, плюсик. И шахматы тоже, собственно говоря, можно плюсануть. Б, там нужно 8 плюсов.
Пожалуйста, кому не влом, пройдите по ссылке, жмакните палец вверх, давайте поднимем видос в топ. Пока нас много и пока свежи предания. Делов на копейку. Я думаю, резик уже должен втопнуться был, да? Нет, не топнулся. Ну что ж такое-то? Ребятушки, надо постараться. Так, есть, резик прошел, кажется, у нас. Шахматы. Вот давайте еще немножко шахматы. Все-таки это формат, который, я надеюсь, вам нравится. И если хотите, чтобы их было больше, то ну, нужно как-то поддерживать. 48 человек. Сразу разбежались, 15. Но 48. Нас 48 человек в чате. Ну, в смысле, на стриме. Я надеюсь, что сможете одолеть шахматы. Это вторая ссылка снизу в чате. 5 человек. Давайте еще раз. Вот шахматы. Я еще раз ссылку на шахматы сброшу. Кому сложно. Вот в чате еще раз ссылка на шахматы. Ну, нужно набрать 10 плюсов. Мы уже 6 набрали. Очень на вас надеюсь и уповаю. А то как-то вот стримишь, а потом записи в итоге никто не смотрит. Потому что не попадают. Давайте, родненькие. 8 плюсов. 2 плюса еще жмакнуть. 2 плюса. Поднажмите. Поднажмите, касатики. Чуть-чуть осталось. И последний рывок. Дрожащим пальцем дотянитесь до клавиатуры. 1 плюс остался. Кто же поставит этот победный плюс? Так, 2 счета. Кто же этот человек? Да, все, шахматы тоже на главное. Все, большое спасибо, ребят. Ловите запись на YouTube, подписывайтесь на группу ВКонтакте. ВКонтакте у нас проходит прямо сейчас розыгрыш до 3 июня. Разыгрываем игру Tomb Raider, по-моему, по репостам разыгрываем, поэтому ничего сложного, репостните запись к себе на стену и welcome. Игра может достаться вам. Обломится и будет круто. Ну, в смысле, если игра обломится, а если вы обломитесь, то не круто, но в следующий раз обязательно выиграете. Короче, все, друзья, всем спасибо, все способны, до новых встреч, играйте в футбол. Не играйте в футбол. Короче, ситуация такая. Okay. Зато теперь я четко ощущаю, где моб, соответственно, справа или слева, вообще, как я слышу каждый шорох куста. Но само качество звука стало хуже заметно, потому что все-таки наушники Plantronics это совсем другой коленкор. Так, ну давай, инвалид уже, топай быстрее, мне нужно забежать тебе за спину и отрезать яйца. Надеюсь, что ты умрешь быстро, хотя мне все равно. Так, работаем по второму. Я... Подлаги у всех есть, нюклеер. Подлаги, возможно, на Good Game, потому что, ну, это Good Game. Есть еще три платформы, Одноклассники, YouTube и Twitch, так что выбирай. Я, наверное, куплю себе какие-нибудь капельки, наушники чуть покомфортнее. Сейчас я просто сижу с телефонами от Samsung. Наверное, качество такого они не дадут, как хотелось бы. Вот, четко работаем. И теперь, господа хорошие мои, я расскажу вам о своем плане. План у меня просто потрясающий. Ну, бери патроны, дружище. Бери все и хлебушек. Травы много. Я должен выдержать вообще нападение небольшой армии какой-нибудь. Пока что относим ящики. Надеюсь, что с первого раза все получится. Я в прошлый раз довольно долго тупил. Потому что подустал немножечко. Сейчас мы сразу все обнесем, а потом я расскажу вам о своем невероятном плане. Редкие фризы. Ребят, ну это goodgame.ru, я думаю. Давайте я на всякий случай проверю. У меня нет дропов. Дропов у меня ноль. Поэтому, как говорится, ну, что поделать.
Еще раз. Все посмотрел, все проверил. Все четко. Давайте вот так вот сделаем, чтобы лишний раз ОБС не нагружать. И топаем. Так, ну игра немножечко тупит, ребят. Я, видите, у меня персонаж не идет. О, все, отпустило. У меня тоже подлаги в игре, честно говоря, я это замечаю, но мне подергивается. Очень странно, почему? Не понимаю. Вот, тут сапфир, надо кучу еще всего забрать. Но... Не стрим, игру фризит, вебка норм. Вот, да, у меня тоже игру подергивает, ребят. Я думаю, что должно отпустить. Так, короче, значит, смотрите, тема такая. Как только я схвачу ящик, вот этот вот ящик. Где? Какой? Какой ящик? Вон, вон тот. И потащу его вот сюда. На меня прыгнет сверху огромная ебака, а справа и слева еще парочку таких же бакланов вылез. Да, у меня тоже игру подлагивает. У меня тоже игру подфриживает, ребят, не переживайте. Не только у вас. Я надеюсь, она сейчас немножко окочумарится. Вот. И в этот момент нужно разделиться. Я планирую Наташкой поманить мальца, отманить их куда-то подальше. Just stay there. А Борисом Николаевичем вот там вот позади зашкериться и быстренько дотащить ящик. То есть я зашкерился такой. Такой весь красивый, да, заводной парень. Stay there. Все, Борька там. А Наташка, я попробую сейчас, вы знаете... Наташка, я попробую сейчас, во-первых, нифига себе, все людям. Во-вторых, бежать некуда здесь, да, вообще. Я что-то как-то планировал спуститься. Да, прыгать во враг она не хочет, но и молодец, в общем-то. Не самая тупая девочка в мире. Так, я сюда как-то попал на лифте, да, получается. Ну, в общем, нет, Наташкой надо мансить. Надо как-то вот, наверное, двигаться вот сюда и надеяться, что ее не грохнут сразу. Ну, короче, тащим ящик и молимся. Поехали. Здесь вроде норм. Ну, игра сейчас должна раздуплиться. Я надеюсь, по звуку у вас все нормально. Я бросаю ящик, вы поняли, да, и бегу. И побежал. Побежал. Нужно их как-то выманивать. Ох ты, ё! Так, в меня бросили какой-то хренолой. Так, нужно... Нужно просто сейчас как-то... Да, Меня тут малость просто отхреначили. Так. I'm on the way. Да, план не прокатил, эта хрень меня быстро настигла. Быстро настигла. Наташка должна отхилиться или нет? Нет, не должна. Так. Поднимаемся. Ладно, я сейчас буду тогда агрить этого товарища сюда на меня. Этого товарища тоже сюда. Они, благо, что тупят безбожно. Побежали. Надеюсь, его не захреначат. Тащу. Так, снова ни черта не видно. Надеюсь, они на Наташку не переагрятся. Тащим. Молимся. Блин, только...
Давай, 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 детка, давай, 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 валим. Просто четенько все сделали, ребят. Просто акибоженьки. Молодцы, с первого раза. Люблю себя. Молодец. Ох, здорово, здорово, ребята. Я благодарность вам объявляю коллективную. От имени товарища Брежнева. Так, единственное, что наушники немножко неудобно. По ноге постоянно скользят. What now? Что теперь? Пфф, да вообще пофигу. Let's keep at it. Найти ровный идет поток, это четенько. Ну все, Марко Шульц, спасибо за информацию. Информация в наше время важна. Так, ну по сути мы ничего не потеряли. Мы забрали Наташкой максимально вообще всего, что только можно было. Откуда мы вообще пришли? Оттуда, да? Ну, кто бы с вами стал драться? Окей. Топаем. Я думаю, что нужно от усиком осмотреться, ибо здесь обязательно какая-нибудь хрень должна лежать, но она не лежит, что, в общем, тоже, наверное. Так, это что, кирпич, да? Один отложили, другой подняли. Ничего нового в жизни не происходит. Всем доброго вечера. Уходим в несознанку, в режим стелс. Начинаем бесшумное прохождение. Никого нет. Дядь Боря там за нами, покряхтывая, попердывая, ползет. Ну, старенький. Уже, знаете ли, мышцы не те, суставы болят. Так, это кто скрипнул сейчас на морозе? Дядь Боря, это ты там штанами скрипишь или... Ну, Наташка бы увидела все. Да, кажется, победа. Сейчас будет опять звук безбужно отставать от картинки, но мы будем выкручиваться, как умеем. Че, ху? Наталья. О, ё-моё, ты, господи, ты, боже ты мой. Вот это вперло. А, это не измена, это реальный горбун из Нотр-Дама. Дядь Борь, подстели себе что-нибудь, когда будешь падать. Все должно быть иначе, дитятко моё. Мне было страшно, когда у меня волосы посидели. И жопа сморщилась. Но почему ты не меняешься? Ты грёбаный мутант. На себя посмотри. Я тебя собственными руками порву, как грелку. Тузик, ты на кого тявкаешь? Старуха Зергиль, пожалуйста, не надо. Дядь Борь, ты там поднимайся уже как-нибудь, давай уж что-нибудь сделаем. И сейчас на тусике включится какой-нибудь. Она вселилась в нее, да? Нет? Что с глазом? Почему он стал карим? Или он и был карим? Что происходит, ребята? Это мы узнаем в следующем эпизоде.